Так, включаю Facebook группу. А даже я в нее сейчас перейду. Так, прямой эфир у нас идет. Идет. Так, всем привет. Так, прямой эфир у нас идет. Идет. Костяк. Земная штука. Так. Кто у нас там есть? Давайте сейчас подождем. Напишите плюсы. Звук есть, нет. И вы тоже скажите, Валентин, с Денисом. Звук проверьте. Да, да, слышно. А что делать? Все вроде работает, нет? Все, слышно меня? Все, сейчас народ ждем. Вон 14 человек набежало, минуты 2-3. Вот, сегодня у нас, значит, я уже писал. Валентин у нас, значит, занимается продвижением, то есть в основном все всегда занимаются, то есть я ему отдаю по индусам, он там их тестирует, мучает, тренирует, заставляет и все вот эти вещи. И плюс проверяет у нас он все фотографии. То есть его специфика, изменения как раз уже готовы фотографии в основном, потому что отправлять ему в Италию не камильфо. Вот, но исправить фотографии, в основном, я так понимаю, в чем сложность исправить фотографии в JPEG от RAW? Валентин. Это вопрос, да? Ну да, да, что. Все равно пока народ ждем, то есть 5 минут подождем, да запустим. Да не, наверное, надо сначала начать с того, чтобы они, знаешь, техническое задание давали правильно фотографу, потому что все пытаются как бы сделать фотографии подешевле, да, абсолютно не понимая суть темы, да, и обращается, например, не к предметчикам, да, а к свадебным фотографам. И получает результат тот, на что, конечно, никто не рассчитывал. Вот. А RAW, не RAW, это уже дело третье. Ну, ты специалист, из-за тебя и спрашивают, потому что как раз это и надо людям знать. Да, я объясню, если кто-то задаст вопрос, если кому-то интересно, ну, сырые файлы, то есть можно там корректировать цвета, да и все на свете можно, то есть не уничтожая картинку. Да, слышно меня, нет? Да, да, слышно, я думаю. Если будут какие-то проблемы со связью, сразу минусы ставьте, пожалуйста, чтобы понятно было, потому что мы все равно еще те специалисты. У нас нет никаких программистов, там, администраторов и всего остального. Рассказывай про фотографии. Интересно. Я сам этого не знал, честно могу сказать. Ну, давай подождем, если кому-то что-то будет. Про фотографии вообще интересно. Ну, мне интересно, тема моя, я считаю ее главной, да? Не сомневаюсь. То есть, ты понимаешь, находясь, например, на первой странице, надо сделать так, чтобы выбрали тебя из всех, там, не знаю, 16, 20 или сколько народ. Поэтому надо подсуетиться. В последнее время, знаешь, что вижу? Все так пытаются нарядненько оформить свою страницу, ну, картинку. И это мне напоминает, знаешь, из сказки «Морозко», там, где одна из девиц так ярко намазала щеки свеклой, знаешь, чтобы выглядеть красиво. Вот наши фотографы, ну, может, не все, ну, или инфографики, вот пытаются очень ярко сделать свои фотографии, нарядно, причем настолько нарядно, что это прям до рвотного рефлекса бывает, доходит. Приходится сдерживаться. Понимаешь, минимализм рулит, но никто этого пока еще не понимает. Ну никто, многие не понимают. Зачастую я вот вижу, делают такой дизайн, например, странички или инфографику. Вот ощущение примерно такое же, как вот в Word, знаешь, есть эти объекты, Word Art, там всякая такая вот разная ерунда. И вот когда листовки пытаются оформить самостоятельно, не заказывают у дизайнера, а какие-то рекламные такие вот листовочки, да, там на А4 кто-то пытается напечатать. Вот примерно такое же впечатление складывается от некоторых листингов, когда вот люди пытаются максимально информации много нанести, но сделать это, скажем так, ну, просто ляписто, безвкусно. И вот поэтому и получается такая ситуация. Да, шрифты нечитабельные абсолютно. То есть цвета, ну это вообще а-ля, там, я не знаю, ну чисто китайщина. То есть такой разнобой цветов, что после 10 секунд просмотра этой картинки, ну, ты теряешь ориентацию.
Вот, то есть, да, реально тяжелые вещи происходят. То есть люди пытаются слишком наряжать, не передавая. Там конфуз на странице переходит. Ты когда заходишь, ты в конце ты теряешь смысл того, что искал. Ты не понимаешь уже, что ты хотел. Вот. Это бывает очень часто, на самом деле. Вот. Такой вопрос еще. Смотри, насколько, например, очень качественный, такой чрезмерно качественный 3D-рендеринг, да, может, в принципе, повысить конверсию. Не получится ли наоборот, что... Ну, я просто по себе сужу, если я захожу на сайт, например, AliExpress, выбираю телефон. Ну, там практически все телефоны, они все в 3D очень классно прорисованы. Я понимаю, что это нарисовано в 3D, и я стараюсь искать, как же этот телефон выглядит вживую. То есть, вот, да, при естественном свете, скажем так, не так, как там нарисовали его, да, идеально, в блике, все вот это. То есть я в первую очередь тогда начинаю смотреть либо обзоры на YouTube, либо фотки в отзывах, то есть которые, ну, любительски сфотканы, и там уже более-менее может сложиться правильное впечатление, как же все-таки вживую выглядит этот продукт. Но на самом деле грань очень тонкая. То есть здесь главное не перетошнить. Вот реально вот оставить товар естественным, но снести дефекты. То есть по максимуму убрать дефекты. Но опять же, чтобы это все-таки оставалось фотографией продукта. Ну да, чтобы он не выглядел уже очень идеально. То есть понятно, какие-то царапинки, какие-то ненужные блики, какие-то там грязь какую-то, если попало где-то, невозможно удалить. Нет, там. Если ты продаешь, например, телефон, трещину лучше фотошопом замазать, да? Ну, я к тому, что, понимаешь, бывает иногда пылинка какая-то попала, ты уже отснял, уже как бы материал готов, не досмотрел, да. Да и волосы бывают попадаются. Да, 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 там на объективе, может быть, на матрице какая-нибудь хрень, там мыло какое-нибудь получится тоже. Бывает всякая разная ерунда. То есть вот эти вот моменты ты имеешь, что в первую очередь, да, как бы устранять. Ну, конечно, конечно. Естественно, лучше оставлять. То есть люди должны понимать, что это за продукт. Потому что если ты перестараешься, в принципе, ты можешь получить, он будет ожидать больше от продукта. А такой еще момент, например, фотографии продуктов действий. Если, например, ну, достаточно сложный продукт, то есть, чтобы показать его в действии, требуется там помещение какое-нибудь, либо там определенный там интерьер, плюс там модели, там, может быть, не одна, а две, три, может быть, да, там, к примеру, ну, это очень дорогостоящая может получиться фотосессия. Возможно ли, например, сделать качественный фотошоп? Да. То есть, например, подобрать хорошие, интересные фотографии уже и там смонтировать нужное, скажем так, действие. Очень часто именно так и происходит. Ну, я вижу, что есть такие прям совсем грубые. Не, 90% случаев так и происходит. Это намного дешевле. То есть, мы выезжаем, вот, например, на фотосъемку. Нам день съемки, там 3 человека обходится, ну, полторушка, да? Полторушка евро. Да, я к тому и говорю, что там, например, нужно интерьер подобрать, иногда бывает красивый, классный, да, где-то арендовать, либо студию, либо это какое-то помещение, какая-то комната, там, чуть ли не виллу нужно иногда бывает, ну, чтобы красиво это смотрелось, смотря, ну, какой продукт. Опять же, там, людей бывает иногда несколько, там, они что-нибудь там творят, там, праздник какой-то устраивают, то есть надо привлекать целую толпу, там, этих статистов иногда бывает. Ну, смотри, мы под новую коллекцию обуви сняли пентхаус здесь, возле Милана, 1500 евро 10 часов, чтобы снять обувь. Причем отчетливо обувь, ну, ты понимаешь, она не стоит так в интерьере, чтобы ее было видно, чтобы это было видно, вот этот интерьер прекрасно, там действительно очень дорого все и круто выглядело. Но когда там показывалась обувь, этого практически ничего не было видно. То есть все эти деньги на ветер. Я фотошопил, в результате давал фотографии намного интереснее. Типа ставил там эти же туфли на небоскреб, мы выдавали такие фотографии. Они казались намного интереснее. Фотография дешевле и интереснее. Потому что в фотошопе ты можешь, ну, дизайнить до беспредела. А вот, то есть дорогая, тут надо смотреть, если ты хочешь все сделать. Но опять же, дизайнер и график стоят очень дорого. Хороший. Так, чтобы никто не понял, что это фальшиво. Ну что, давайте по продвижению, а то это самое. Уже у нас там 10 минут, думаю, народ, кто хотел, пришел. Затягивать не будем.
В любом случае у нас формат такой достаточно легкий, то есть смысла нет здесь там 3 часа рассказывать и расписывать. То есть это не вебинары в любом случае у нас. Самое главное, тема всего этого действия исключительно это вопросы-ответы в реальном времени, без каких-либо там ремарок. Вот. Первый вопрос у нас как раз был по группе по ревью. Вот здесь вот как раз написали, хотел сказать. По группе по ревью просто ну, по многим ситуациям получается такая вещь, что мы будем убирать все теперь, где будет написано там «я могу дать ревью, сделать ревью», «я хочу, чтобы мне сделали ревью». На самом деле, в принципе, можно обратиться к Сергею, если за деньги не устраивает или какие-то там другие моменты. Надо будет обсудить отдельным лайвом там или еще как-нибудь, как это лучше сделать, я не знаю. Есть несколько моментов. Первый момент, я уже сказал в первом еще лайве о том, что начали там предлагать не то что там конкуренты или еще что-то, но сделали такую неправильную вещь, то есть собрали наши большие друзья, большой брат собрал, как это называется, ну, в любом случае, какой-то центр по отзывам, то есть если вы проходите какой-то фильтр непонятный, ну, то есть написали «я живу в Америке», вас туда запустили, вы можете выбрать любой товар и сделать по нему отзыв, вам перешлют деньги. Но как этот фильтр пройти, сами все понимают, и могут и забанить, и все остальное. Второй момент. Рано или поздно, и на данный момент я уже это несколько раз в англоязычных слышал, что могут к нам в группу также зайти, помимо того, что вот так вот фейковые аккаунты зайти, потом забанить эти товары. Второй момент – это те люди, которые делают отзывы, их также могут забанить. То есть ну, мы начинаем шифроваться, потому что я расскажу в этом по продвижению. Самая ценность, самая вообще, вот, так скажем, соль и всего остального продвижения вот, с выкупом товаров. Это вот действительно самое ценное, на данный момент это лучше всего работает. Вот, несколько примеров расскажу, и как бы мы это ценим, я понимаю, что группа создавалась и для того, чтобы мы друг другу помогали, а не для того, чтобы зарабатывали на этом, но еще раз говорю, есть моменты, связанные с безопасностью, они более важные. Я не знаю, есть момент, например, люди, многие хотят сэкономить, не понимая и давая свои деньги людям на обзоры, тем, которые, я не знаю, там сотнями товаров берут. И уже был один прецедент, пока, слава богу, других не было. Мы с Сергеем очень долго думали, как с этим бороться, куда нам, ну как нам вообще с этим делать. Потому что люди, которые берут у вас на отзыв, у них могут быть фейковые аккаунты, все что угодно. Я не говорю, что они там деньги украдут, эти там жалкие $15. Я говорю исключительно о том, что могут быть возникнуть проблемы у товара. Вот, я из-за этого не хочу никакие объявления, то есть вот есть Сергей, он за все отвечает, там, вместе со мной. Вот, могут там быть косяки, не будут этих косяков. Чем меньше мы палимся, тем надежнее, тем лучше. Вот, за это мы как бы приняли такое решение. Если у кого-то есть другое мнение, потом пообщаемся, просто я сейчас как бы это больше как объявление. Вот, по поводу продвижения. Я думаю, пора начать. Смысл будет такой, что я сейчас расскажу свою стратегию, постараюсь максимально быстро. Денис расскажет, меня поправит, соответственно, расскажет свое, а Валентин поправит нас всех и расскажет свое, как он на себе видит, и будем отвечать на вопрос. Вот, значит, такая вот история. Поехали. Видео никаких я не готовил, смысла в этом не вижу. По продвижению можно пообщаться и онлайн, так скажем. Так, сейчас, секундочку. По поводу продвижения, что я хотел сказать. На данный момент я считаю, я пользуюсь 3 способами. То есть это основное, это индусы, это фиктивные, так скажем, от Сергея мы наши раздачи с выкупом товара и, соответственно, pay-per-click. Вот это сочетание всего этого дела у нас как раз и получается само продвижение. Вот. Продвижение можно продвигать, естественно, по-разному. Очень частые вопросы заключаются в том, индусы выдвигают и сколько держат. Вот по нашему опыту, вот Валентин как раз у нас специализируется на этом,
а он потом меня поправит. У нас, насколько я помню, мы из всех вообще, из всех случаев, сколько мы продвигали, десятки раз людей, у нас не продвинулось два товара до сих пор. Один товар мы допродвигаем, в принципе, он уже пошел, то есть мы как бы решили эту проблему. Опять же, за счет выкупа товара. Долго мы как бы к этому шли, мы смотрели просто, ну не продвигается, непонятно, бывает какая-то вот черная дыра просто, то есть никакой конкуренции нет, ничего нет, человек на пятой странице как стоял, два месяца так и стоит. И еще один товар, там ситуация была, он уходил, приходил, уходил, приходил, сейчас не знаю, то есть просто его продвигаем, там просто была пауза. И третий товар, мы его 100 лет назад продвигали, мы его не продвинули туда, куда обещали, на первый вывели, но не ввели в топ-10, как обещали. А он просто у него кончился. А когда решили возобновить, попросили другую совершенно фразу, индусы, естественно, не согласились. Вот, все остальные случаи до одного мы вывели на первую страницу. Из них, из всех, ни один не упал ниже. Сейчас на данный момент прыгалки, я смотрю, на вторую свалились. Все остальные как бы как были на первой странице, так и остались. Вот, к чему я это говорю? К тому, что индусы не панацея, но если вы подготавливаете реально свой товар, реально подготовить его надо. То есть его надо проанализировать, его надо перебрать полностью. Начинать все просто с кейвордов. То есть кейворды, мерчинвордом вы пользуетесь или десятками других программ. Вы делаете нормальные кейворды. Кейворды можно строить тремя принципами. У меня есть на канале видео, как я делаю именно. То есть посмотрите по осину, если потом надо будет, я ссылку скину сюда или там обратитесь ко мне, в личку скину. На YouTube, кто не видел, как я конкретно делаю. То есть есть три способа кейворда заполнения, я считаю. Это с повторением, то есть фразовое с повторением, то есть там, я не знаю, там мяч, крат, ну просто с повторением, короче. То есть фраза с повторением. Есть фраза с повторениями с запятыми и есть без повторения. Вот. Многие спрашивают, как вот можно фразу без знаков препинания писать. То есть фразы повторения, как какой-то бред получается, особенно когда там из трех, аж из четырех слов бывает фраза. Ну вот так, через Keyword Inspector проверяем там, если у вас товар уже давно работает, через Asin мы это все проверяем, если товар новый, мы даем какую-то паузу и проверяем через Asin где-то примерно, через 2 недели, через 3 недели. Пробиваем, почему у нас он не, так скажем, не видит Amazon эту фразу, если видит, то мы не можем его, например, найти. Некоторые люди бывают вот именно без повторения, то есть с повторением, без запятых, выделяет эту фразу запятыми, она бывает появляется. То есть много таких вот микро-микро моментов, по которым мы непосредственно работаем. Хотел попросить вопросы сейчас пока не пишите, потому что они уйдут вниз, и мы не сможем на них ответить. Давайте сейчас просто пока пробежимся, потом мы в любом случае будем на них отвечать. Вот, то есть это что касается кейвордов. Когда мы проанализировали свой товар через кейворды, мы, естественно, чем занимаемся? Это тайтлы. Тайтлами, мне нравится классическое построение, когда мы пишем то первое слово, ту первую фразу, по которой мы хотим продвигаться, например, то есть самое главное наше слово. Там неважно, как оно, garlic press, там, или прыгалка, или скакалка, или там любое слово. Silicone baking mat, там неважно, baking mat, это не имеет значения. Потом мы пишем, например, by там brand. То есть, кто произвел. Я не люблю спереди бренд писать, но по правилам Амазона бренд надо писать обязательно. Вот, я делаю это так. И заведомо я планирую, что у меня первое слово в кейвордах на первой строчке будет то слово, которое будет стоять первое в тайтле. Тайтл, соответственно, я затачиваю на эту фразу, вторая фраза потом у меня идет. То есть, я в тайтле планирую 2-3 максимум ключевых фраз. Вот эти именно с повторениями, как раз они мне идут, именно первые 3 фразы в кейвордах в начале. То есть я планирую именно таким образом. То есть, в принципе, и все. То есть я к тайтлу отношусь, наверное, больше как к математической какой-то формуле, чем конкретно к чему-то. Да, понятно, что должно быть по смыслу и так далее. Плюс еще есть момент в начале, когда мы листинги делаем, я, естественно, делаю листинги, заточенные на SEO, чтобы максимум ключевой фраз было, и все вот эти вот повторения, все остальное. Чем дальше мы двигаемся, я больше затачиваю постепенно листинг к покупателю. Но для этого надо добиться, надо закрепиться. Вот, потому что в конечном итоге кейворды будут основной. Тайтл у меня будет коротким. Будет, я с самого начала делаю максимум 2 строчки, потом я их довожу именно в пуле. В этом весь и смысл, мне кажется, пуля, она и есть пуля именно, чтобы человек зрительно сразу увидел все главные характеристики. То есть 5 строчек, то это как минимум 4 фразы, а внизу мы там пишем 100% там возврат или там
Variant гарантии, там, ну там и так далее. Можно так сделать. Не забывайте, что на мобильных устройствах видно только первые три bullet. И description у нас идет перед bullet'ом. То есть тоже обязательно всегда на телефонах просматривать, касается и фотографий в том числе. Сниппеты все и все остальное. Но смысла об этом, я думаю, говорить нет, потому что все сокращения, если вам там нравятся, но это уже такое. Ну, я не знаю, на что влияет вообще сниппеты и все остальное, вот эти вот микросокращения, которые остаются, но можете подкорректировать. Description большой. Если вы делаете на данный момент бренд регистре, можно description сделать красивый. Это у нас в адвертайзинге, там будет, не помню, как называется, четвертая строчка, там, четыре строчки, по-моему, вторая она будет. Вот, можете сделать красивый description. Description можно всегда делать большим. И нужно делать большим, красивым, потому что есть люди, особенно если сложный товар, интересный товар. В любом случае, интересно делать description таким, ну, информативным, через HTML-код, все, как это делается, есть в группе, есть в таблице, то есть посмотрите, как HTML пользуются, там ничего сложного нет. Вот, не надо ни в тайтлах, ни в буллетах использовать различные знаки, вот, ну или если использовать, то прям совсем не злоупотребляйте. Я, в принципе, очень редко точки запятые ставлю, вот, тем более какие-то там точки, там всякие даже знаки N там и так далее, то есть стараюсь это убирать, потому что у Амазона как бы никто не трогает, не трогает, не трогает, потом раз просыпаешься, у тебя тайтл превратился в три слова, и потом ты мучаешься, пытаешься восстановить. И его можно реально восстановить по-нормальному, только если у тебя есть бренд-регистр, и на первой странице сошлешься, что там именно так написано. То есть надо это переделать. Ладно, в принципе, по листингу понятно. После того, как мы сделали тайтл, буллеты, буллетов я оставлю в начале. Это четыре ключа, в основном основных своих, которые были в тайтлах. Опять их повторяю, добавляю еще 1-2 ключа, то есть 4-5, и пишу их главные преимущества. То есть вот, в принципе, это классика жанра такая, достаточно простая, тривиальная, ничего там сложного нет, не обязательно платить. А, кстати, если вы платите за платный листинг, то есть который вам делают, ни голову не забивайте, и не значит, что люди, которые берут там по $500 за это, непонятно за что, вообще кто они такие, чтобы брать такие деньги. Лучше американцы там на Fiverr, они там берут максимум $100. То есть есть те люди, которые берут по $30. Главное не в этом, не сколько они берут денег, а главное, чтобы вы правильно составили задание. Это очень сложно. То есть надо на что упор сделать, на что товар, какие ключи и так далее, и так далее. Потому что, сами поймите, наемному работнику, особенно за $30, да даже за 100, ему, у него поток, у него конвейер, ему, он недушевно к этому подходит. Он единственный может по критериям. То есть у него такое же построение, как у меня, просто со своей стилистикой. То есть они могут задание сделать. Длинный буллет, короткий буллет. Длинный тайтл, короткий тайтл. Description такой, такой, упор на это, на то. Потом можно, конечно, все это прогнать, когда... А, ну, помимо задания, естественно, надо еще хорошо его проверить. Лучше всего, мне кажется, проверять через Helium 10. Вот, ну, кто умеет пользоваться этим всеми Франкенштейном и всем остальным, вот, я не знаю. По поводу осина можно пробивать и, соответственно, кейворды, и, соответственно, буллеты. Ну, то есть, кому как нравится. Короткие буллеты, они реально хорошо. Также у меня, например, все зелененькие. То есть, они также, Amazon их видит, он пробивает. У некоторых не пробивает. Не знаю, я длинные менял, все пробивалось. После того, как мы подготовили свой товар, то есть, мы уже понимаем, что сделать ничего не можем. Ну, естественно, фотографии мы отдаем. Даже если у нас готовые фотографии, лучше отдать независимому фотографу, чтобы он, вот, например, Валентин как раз у меня всем этим занимается, когда мы это анализируем, чтобы со стороны посмотрел, какие недостатки. Потому что сам у себя там не увидишь просто, это нереально. Вот. И он уже говорит, что можно изменить и уже принимать решение. Есть ли смысл заплатить немножко денег, чтобы тебе еще подкорректировали. По поводу очень сложной инфографики, я затрудняюсь сказать. Потому что инфографику надо рисовать, это ближе к Валентину, потому что я не силен. Я понимаю, что такой классной фотографии могу отличить, вроде вкус есть, вот, хороший, плохой ракурс, уже другая ситуация, но именно по инфографике ничего не могу сказать, потому что бывает действительно там инфографика так нарисована круто, что слов нет. Вот, так что если когда у вас первая фотография крутая, там на 90% пространства и хорошо все видно и понятен продукт, и хорошо показаны все подарки, все преимущества, то вторая классно, когда у вас есть инфографика, которая показывает там на разрезе, какой материал, ну и так далее. То есть, когда вот после того, как мы все это подготовили, то есть у нас есть ядро, которое можно уже запульнуть. Вот. Неважно, находимся мы. А, огромное значение имеет, на какой стадии находимся. Если мы продвигать начинаем товар по уму,
то есть заведомо, с того момента, когда у нас еще, например, товар отправили из Китая, у нас новый листинг. Мы с этого нового листинга будем иметь фору, то есть буст. Ну, как говорят, вроде 2 недели, 10-14 дней. Мы, соответственно, в этот буст можем спокойно получить преимущество. Очень важно воспользоваться этим бустом. Основная масса проблем, кто им не воспользовался. Я с первым своим товаром не воспользовался по многим причинам. Просто не умею. Это, ну, такая лотерея, кто им не воспользуется. То есть можно на этом бусте, то есть грамотно раздавая, вот эти получая отзывы, можно просто продвинуться и без индусов. Ну, не спокойно, но можно. То есть, когда невеликая конкуренция, когда удачные обстоятельства, когда все классно прописано и хороший товар. Это можно, когда уже видно, что товар хорошо двигается, подкрепить пейпер-кликом. Пейпер-клик однозначно. Я всем советую. Если у вас есть время немножко, не пользуйтесь автоматом. Ну, я не знаю, я не спец в пейпер-клике, могу сразу сказать. Но я делаю таким образом, что я не пользуюсь автоматом. Я, во-первых, понимаю, ключи у меня есть, я хорошо их проработал, у меня есть уже топовые ключи. И я еще могу, соответственно, взять тайтлы конкурентов по тем ключам, которым я прохожу, первые страницы, первые там одну-две страницы прогоняю. И, в принципе, все самые крутые ключи все равно будут в тайтлах, по которым бы я хотел оказаться на первой странице. Потому что, ну, по моему опыту, я не знаю, 95% людей двигают по самой злой фразе. Ну, не, ну, мало извращенцев, которые двигают там, я не знаю, когда у тебя есть там 2-3 фразы крутых, и, например, там 2-3 фразы или 5 фраз средних, и вот они по средней фразе двигают. Нет таких. Все двигают по одной из крутых фраз. Соответственно, эти крутые фразы все в тайтлах, все до одной. Просто чем больше вы их прогоните, тем больше вы найдете эти крутые фразы. Вот. Вы когда, соответственно, pay-per-click запускаете, вот мы с Денисом когда вчера разговаривали, точное соответствие чаще всего дороже получается. И лучше именно фразовое соответствие он считает. Ну, в принципе, я согласен. Вот, у меня опыт меньше в этом отношении. Вот, pay-per-click, он поможет, если товар готов, он, во-первых, нам покажет, если пошли продажи, и мы не смогли дойти до этой первой страницы по точному соответствию или по фразовому соответствию, мы, соответственно, можем туда загнать индус. И мы видим, оттуда идут продажи, но мы не находимся на первой странице. Вот, соответственно, есть потенциал роста. Это индусы, они это сделают, 100%. И когда тут рассказывают люди, я смотрю, там, мне потом скидывают скрины с вебинара, где там по 60%, по 70%, 30% фраз, вот так, вот так. Да мы выводим вообще все. Все фразы выводятся на первую страницу. Кроме каких-нибудь там iPhone 7, просто там ресурс нужен совсем другой. Просто там надо не одному индусу сесть строчить, а пятерым. То есть это будет стоить не 300 баксов, а 1500. Никто на это не готов, да. А зачем iPhone 7 быть обязательно на первом месте? Чехлу. Там и на 10-й странице обалденный продаж. Так что надо всегда идти с головой и все это просчитывать. Вот. Значит, по поводу продвижения. В принципе, мы посмотрели через pay-per-click мы продвигаем. Если у нас мы через раздачу и через pay-per-click смогли выдвинуть на первую страницу, мы, соответственно, уже дальше двигаемся, смотрим. Если мы не вышли на первой странице, мы, соответственно, уже подключаем индусов на основе тех статистических данных, которые нам дает pay-per-click. Можно, соответственно, естественно, на pay-per-click забить. Почему? Ну, блин, он денег стоит, он непредсказуем, он может вообще не дать продаж. Вот, потому что у вас еще не подтянулись те отзывы, например, у вас чуть-чуть не оптимизировалось, у вас первая фотография не нравится, там, маленькое количество отзывов, там, опять же. То есть, ну, какие-то такие вот микромоменты, по которым pay-per-click не сработал, и мы думаем, блин, три фразы крутые, и ни по одной у нас вообще ни одной продажи. То есть pay-per-click, он не решение проблемы, это набор статистических данных, который мог затянуться на месяца. Вот, и потом в будущем, да, они могут дать результат. Ну, по крайней мере, у меня такой опыт, я им говорю чисто про себя. Вот, по индусу мы опять принимаем решение уже после того, как. Но продвижение на первую страницу, еще раз говорю, товар должен быть очень готов. Теперь бы хотел большое внимание уделить именно вот этим вот получению отзывов. Как мы сейчас получаем отзывы? Во-первых, купоны, можно сказать, умерли совсем. Почему? Ну, потому что две недели назад или когда там, 10 дней назад у меня удалили половину отзывов, у многих там 2/3 отзывов удалили. Это именно те отзывы, которые мы получали по правилам Амазона, когда мы раздавали отзывы за купоны. Вот, то есть отзывы мы не получим, звезды мы не сможем получить. Только-только получим через продажи типа органику, через супер-URL, через вот эти все вещи.
Вот, это практически умерло для меня лично. Я вообще этим не пользуюсь с октября месяца, когда ушло ограничение по... где у многих не было ограничений, сколько штук можно продать в одной накладной. Вот, мы от этого ушли, и мы постепенно с Сергеем именно развивали, в первую очередь, не для того, чтобы кому-то продавать услугу по получению отзывов. Просто я не знаю, вот я со многими разговариваю, с некоторыми часы тратишь просто на это, вот беспонтовые. Вот самое ценное сейчас на данный момент, эксклюзивное вообще, чего у других нет практически ни у кого, потому что для американцев это нарушение правил. Для американцев хорошо поймать кого-нибудь и настучать на него. То есть вот поймают вот наших ревьюеров, которые предлагают свои услуги или еще что-нибудь, они настучат с удовольствием. У нас, если это впадло, то у них это наоборот. И за это надо это понимать. Вот. И получается такая ситуация, что вот эта тема с органическими продажами, она дает не то, что буст, она дает супер буст. Вот у нас есть товары, которые, ну, на самом деле, в принципе, можно спокойно продвигать самому, если делать полезные действия, если, например, там, те же знакомых просить с реальных аккаунтов, просто чтобы они вам там в день, там, 2-3 написали вопросы, то есть добавили виш-лист, добавили там шоп-лист. И параллельно это совмещать с раздачами. Ну, раздача я называю эффективной продажей, вот как мы делаем через реальных людей. Вот, понятно, что многие товары, ну, просто ужасно, их там никто не берет, они там каким-то не нужны. А есть товары, которые очень крутые, которые очень востребованы. Естественно, некоторые товары могут людей человек 50-60 у нас взять, а некоторые товары могут человек 20 максимум взять. Вот, вот это есть нюанс, то есть у нас этот ресурс ограничен. Очень серьезно говоря. И я не рекламирую вообще, никому не говорю, что прибегайте, надо срочно там брать. Я просто говорю, что вот этот сервис, точнее не сервис даже, я даже не знаю, как это назвать, это самая-самая крутая вещь, которая вообще сейчас есть. Она дает самый лучший результат. Никакие индусы такого результата не дают. Вот я говорю, меня сейчас индусы продвинуть не могут, и мы через одну всего-навсего дополнительную продажу в день по этому слову, я уверен, скорее всего, выдвинем на первую страницу тот товар, который индусы даже не могли выдвинуть уже на протяжении 2 месяцев. Хотя до этого, я говорю, вот у нас больше 90% КПД, что мы всех выдвигаем. Но кого не выдвигаем, естественно, возвращаем деньги. Вот. В принципе, вроде все по конкретному моей тактике продвижения. То есть, вроде все, что хотел сказать, рассказал. Добавляй, Денис, тогда твоя очередь. Да, ребята, всем здравствуйте. Меня зовут Денис. Тоже Денис Сулимчик. Ну, видели, наверное, в Фейсбуке. Часто общаюсь, часто помогаю, скажем так, ребятам, немножко советом, насколько могу. Ну, немножко дополню, Денис только в принципе во многом рассказал. Один важный момент. То есть, да, новичкам многие на этом, скажем так, прогорели, не обратили внимания, не вникли, что Amazon новым листингом дает возможность очень активно стартануть. То есть Amazon их активно продвигает. То есть и вы, в принципе, даже можете не делать никакого продвижения, имея хороший листинг, SEO-оптимизированный, с хорошими фотографиями, с хорошими буллетами, с хорошим дескрипшеном. Вы можете получить первые органические продажи, и, в принципе, это вас может подтолкнуть очень даже неплохо. Потому что Amazon очень выгодно, чтобы вы продавали. Если вы будете продавать, Amazon будет зарабатывать. Амазону невыгодно, когда вы находитесь на первой странице и не продаете. Вот. Поэтому, если вы запускаете новый листинг, не планируйте, что я вот сделаю вот так вот стяг, одну фотографию. Многие ребята, я вижу, шипмент приходит, товар загружается, но говорит, у меня там одна фотография, мне еще фотографии не сделали, я вот потом доделаю, я потом доработаю, потом допишу листинги. Так не делайте, вы потеряете драгоценное время и просто, ну, потом придется все это с нуля. Опять же, Amazon очень не любит, когда постоянно что-то редактируется, постоянно что-то меняется. То есть, если вы меняете буллеты каждый там день, каждые 2 дня, там, description, фотографии тасуете, это не очень хорошо сказывается на ранжировании. Вот, соответственно, может получиться ситуация обратная. То есть вы можете очень сильно провалиться, вам кажется, что вы оптимизировали листинг, все хорошо, но вы можете очень сильно провалиться. Да, потом в какой-то перспективе, возможно, все будет лучше, но опять же, вы потеряете время. Поэтому старайтесь сразу делать хорошо, то есть сразу на пятерку, сразу в чистовик.
Вот. Что касается моего метода именно по SEO-оптимизации, то есть что я применяю, когда работаю с листингом. То есть это уже такой опыт, скажем, основанный на реальных действиях. Соглашусь, по тайтлу. Тайтл – один из самых важных двигателей при ранжировании. То есть, как принцип, по наблюдениям замечено, в разных категориях там разная длина тайтлов, вот, но работают очень хорошо, первые там примерно там 80-100 символов. Вот, соответственно, если вы хотите какие-то ключи важные поместить, то помещайте именно в первую часть. По бренду я ставлю бренд в самом конце. Возможно, Amazon, скажем так, не обращает внимания на мой тайтл, может быть, потому что не совсем это правильно, не совсем по правилам Amazon. Но на мой тайтл пока не обращает внимания, скажем так, я ставлю в конце, чтобы, в принципе, мой бренд не раскручен, по бренду меня искать не будут. Вот, поэтому я стараюсь вначале одну-две фразы, ну, возможно, три, если они короткие, ключевые те, по которым мне важно проранжироваться. Потом, опять же, на Амазоне говорят, что, в принципе, не нужно повторять ключевые фразы, если где-то она уже упоминалась, то не нужно ее повторять в тайтле, если там в буллетах, в дескрипшене, и, ну, тем более все в кейвордсах. Я считаю, что повторять нужно. Я тестировал, пробовал. В принципе, листинг лучше индексируется, индексируется он в любом случае, он лучше ранжируется. То есть вы быстрее ранжируетесь. Вы будете и так ранжироваться, но будете быстрее ранжироваться, когда у вас есть фразы. И фразы есть и в тайтле, и в буллетах, ну, ключевые именно, там, одна, две, три, и в дескрипшене. Вот. Все фразы, которые, скажем так, вы не смогли охватить какие-то, вы их помещаете в кейворды. Вот опять же, я использую метод именно логически выстроенных фраз. То есть это не значит, что вы наставили много слов, и Amazon сам из них сформирует те ключевые запросы, которые вам нужны. Да, он сформирует, но ранжироваться по ним вы будете крайне медленно. То есть если вы хотите ранжироваться быстро, вы должны логически выстроить. То есть все фразы должны быть именно последовательны. Опять же, для того, чтобы... Ну, все понимаете прекрасно, что одна фраза, может длинная из четырех слов, может содержать в себе ключевые фразы из трех слов и из двух слов. Опять же, если слова местами переставить, то, в принципе, они будут ранжироваться Amazon по-разному. Поэтому, когда вы составляете несколько фраз, у вас получается паровоз. Две фразы, например, цепляют там, третью, конец одной фразы – это начало второй фразы, то есть у вас еще получаются какие-то фразы. Соответственно, тут уже метод комбинаторики. Вы должны, в принципе, оптимизировать кейворды таким образом, чтобы вы получили максимальное количество нужных вам фраз, затратив при этом минимальное количество символов. Я не использую запятые, потому что запятые крадут символы. Запятыми, без запятых фразы у меня, я проверял, ранжируются одинаково. Вот. Есть такой момент, что любую методику нужно тестировать. У всех продавцов, с которыми я общался, по-разному. У кого-то лучше индексируется первая строка, у кого-то лучше вторая, у кого-то лучше пятая строка. Вы собрали листинг, как вам кажется, по какой-то методике, запустили, протестировали его неделю-две, посмотрели, если все окей, все хорошо. Если у вас какой-то, ну, совсем негативный результат, тогда только можно какие-то делать действия там, менять. Если у вас совсем все плохо и совсем не ранжируется листинг, и он плохо движется, вот, какие-то, например, поля не индексируются на отрез, соответственно, тогда можно только менять. Каждый день носить какие-то изменения не нужно. И опять же, любые свои изменения, у Амазона нет возможности сделать бэкап. Соответственно, любые свои изменения, которые вы вносите, вы их регистрируете, то есть создаете себе в Excel файлик и туда все вносите. То есть полностью ваш листинг, скопировали title, bullet, description, keyword'ы, вот, внесли, поставили дату, внесли изменения, опять же, все заново внесли. Соответственно, у вас всегда будет возможность, если вдруг что-то вы накосячили, иногда одно слово удалили из там, description'а, это может быть очень фатально для вас. Соответственно, у вас всегда есть возможность вернуть назад ваш листинг. По программному обеспечению, которым я пользуюсь, обязательно используйте трекеры. Трекеров очень много, разных. Скажем так, тут уже кому что больше нравится, кому больше какие тарифные планы подходят. Вот. Но трекер обязательно нужен. Без трекера вы не поймете, ранжируетесь вы или не ранжируетесь, двигает вас Amazon или не двигает. Ну, пока, наверное...
даже не знаю, чем дополнить. Очень удобный сервис Helium. Ну, это, скажем так, отдельно нужно какой-то гайд по нему делать. Есть определенные там нюансы именно по оптимизации. То есть он позволяет удалять повторяющиеся слова, сортировать их, выдавать их вам в нужном, ну, такой методы комбинаторики применяются, то есть в нужном удобоваримом виде, то есть либо в виде списка, либо в списке, либо в виде колонн, то есть повторяющиеся слова, убирать слова начинающиеся на... Ну, то есть это, в принципе, такой метод оптимизации SEO, как и в Гугле, как и в Яндексе. Вот это такое специализированное программное обеспечение, но только под Amazon заточено. То есть оно может потянуть ваш листинг, ваши кейворды. Вкратце, что использую я при продвижении? Я использую точно такие же полезные действия, как и Денис, в принципе. Но главное использовать их в комплексе. Еще плюс ко всему я подключаю трафик из Facebook. Трафик из Facebook по SuperURL. То есть я, как правило, делаю такие тизеры, посты в группах Facebook, именно которые занимаются продажами. Это, ну, аналоги наших барахолок вот на постсоветском пространстве. Соответственно, где люди продают, обычные частные продавцы, продают какие-то вещи. То есть я делаю тизер, люди интересуются, я вижу, что есть интерес, подогрел, я тогда делаю ссылку SuperURL, люди заходят, я получаю переходы, возможно, покупки иногда. Вот. Можно делать это через лендинг, если у кого-то есть опыт, это еще лучше. Вот. Но, опять же, если вы отправляете человека на лендинг, соответственно, вы его должны чем-то заинтересовать, вы ему должны какой-то бонус дать. Не дадите бонус, конверсия, в принципе, будет никакая, резона никакого, ну, не получите. То есть тут уже, скажем так, нужно смотреть в зависимости от того товара, от той конверсии, которая у вас есть. Можно отправлять напрямую на листинг по SuperURL, либо делать это через прослойку. Ну и опять же, любое продвижение, если вы хотите, допустим, у вас задача выйти на первую страницу, то тут несколько параметров. Первый, самый важный, это конверсия. То есть, если у вас хорошая конверсия по листингу, по PPC, например, вы можете отследить это, то тогда, в принципе, стоит продвигаться. Если у вас конверсия плохая, дорабатываете листинг, допиливаете фотографии, допиливаете описание, то есть повышаете конверсию. С плохой конверсией нечего делать на первой странице. Это просто будут выброшенные деньги. Ну, в принципе, наверное, все. Как бы, вкратце, если потом какие-то вопросы будут, мы присоединимся. Рассказывай, Валентин, что ты добавишь на нас. Алло. Слышно меня, да? Да-да, отлично. Так, всем привет, с Денисом я согласен полностью. О конверсии, да, хочу сказать, что такое конверсия? Это листинг, включая тайтл, буллеты, дескрипшн, фотографии и самое главное, на мой взгляд, цена. То есть про цену никто не говорит. Эти три фактора важны все вместе. То есть разделять их никак нельзя. Хотите конверсию? Все должно быть оптимально. И цена тоже. Опять же, если вы потратите массу энергии и сил, денег, попадете на первую страницу, но не закрепитесь. Каким образом? Например, интересной ценой. Если у вас будут очень хорошие фотографии, очень хорошее описание, все будет правильно сделать, но цена будет высокой, вы оттуда вылетите. Ваша субъективная оценка цены, вот очень часто я вижу эту ошибку. Все новички, им кажется, что они определяют очень успешно цену своего товара и пытаются, ну, максимально заработать буквально в первую неделю. То есть они хотят зарабатывать. Никто не думает, что бизнес это перспективный и пытается в кратчайшие сроки, то есть выдернуть оттуда свои деньги с максимальным наваром. Вот тут и получается весь облом. Запустите продажу любой ценой, даже в минус. Даже в минус запускайте продажи. Если вы потратите огромные ресурсы, ну там, я не знаю, деньги, время, оптимизации, фотографы, не знаю что, и попадете на первую страницу, вот здесь попытайтесь там остаться. За счет чего? За счет запуска продаж. То есть должна быть интересная цена. Предложение должно быть уникальным. Уникальное торговое предложение. То есть станьте крутым, начинайте продавать. Даже пусть в убыток, даже вот в минус $1, в минус. Поверьте мне, что pay-per-click стоит дороже, чем минус $1.
Или я не прав? Запускайте продажи, пусть продается. За счет запуска продаж вашего продукта, пусть по неинтересной для вас цене, начнут подтягиваться все ключевики. Вы начнете по всем ключевым фразам подниматься наверх. Абсолютно случайно, не случайно, как Amazon это решает, я не знаю. Но все фразы начнут подтягиваться вверх. В трекерах, как Денис сказал, нужен трекер. Вы увидите, как все фразы начнут плыть вверх. Начнут происходить продажи уже не по одной ключевой фразе, по которой вы подтянули через индусов, там, или не знаю, через раздачи, через что угодно, а уже и по второй, и по третьей, и по четвертой, и по пятой. Чем больше вы их наберете, продажи начнут увеличиваться. Начинайте наваливать под доллару. Ну там определяйте сами сумму. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Придет время, когда вы будете в топе, будете продавать очень много и с очень хорошей маржой. С увеличением будете... позиций и увеличением количества отзывов, опять же. Абсолютно верно. То есть, если вы будете пытаться за месяц заработать, вы сразу проиграли. То есть, лучше не начинать. Это на мой взгляд. Ну, в принципе, все, что я хотел добавить. Я думаю, это было интересно. Ну, по фото расскажи, по фото еще расскажи, потому что они в листинге имеют значение, ну, как минимум процентов 50 все равно. Потому что некоторые не слышат. Ну, 50, слышно. Например, я фото как бы выделяю, ну, мне кажется, это один из самых важных пунктов, учитывая тот момент, что сегодня мы можем вытаскивать на первую страницу любой продукт. То есть ключи, не ключи, я уверен, что люди не читают вообще тайтлы. Они нужны чисто технически для того, чтобы забить наш листинг ключами. Читают люди или не читают, я все-таки склоняюсь, что они не читают. Говори, и не слышно. Все слышно. Вот. И фотографии, картинки, они все-таки... Мы же мыслим образом, и фотографии, на мой взгляд, это самый важный элемент. Это магнит, на который человек попадется или нет. То есть наживка, приманка, именно она играет решающую роль. И уж, то есть никто не ищет по тайтлам. Все смотрят, то есть они вбили там любое ключевое слово, все, они шарятся по картинкам, по образам. Никто не читает в тайтле. Никому не интересно. То есть мы тайтлы, цифры, буквы, мы их не понимаем, то есть... Вот. Поэтому картинка. Картинка, картинка, еще раз картинка. На мой взгляд, это самый важный элемент. Опять же, человек, когда заходит, то есть вы его чем-то приманили, там, я не знаю, то есть, как обычно, ну, там, где я работаю, очень сильно приманивает людей, там, не знаю, голая жопа, да, женская. Вот люди на это лукаются. Конечно, мы не можем в листинге этого сделать, но смысл понятен. Надо чем-то его заманить. Ваша картинка должна выделяться. Она должна быть больше, она должна быть четче, она должна, то есть вы должны передать качество вашего продукта. Я очень часто вижу, когда люди вставляют размытые фотографии, то есть, опять же, стянутые откуда-то там с Алиэкспресса и растянутые, вот там размытые, ну как он хочет продать? Говорит, нет продаж. Там без рвотного рефлекса на эту фотографию смотреть нельзя, ну как можно продавать? То есть фотография, она основной элемент, потом идет все остальное. Вот. Я не знаю, что добавить. Наверное, вопросы лучше будет послушать. Ну, можно начинать с вопроса, давайте. Вы вопрос видите? Заходите в Facebook, и снизу вот здесь 5, сколько тут вопросов дается? 1, 2, 3, 4 вопроса всего на все. И по ним давайте отвечать. Называем имя, чтобы им называем вопрос, а то некоторые его не видят в видео потом, и сложно ориентироваться. Вот, пишем вопросы сейчас за торможкой. Тут вот человек говорит, на примере было проще. Я понимаю, что действительно примеры, скрины, видео и так далее. Но по продвижению сейчас просто мы покажем, как в Merchantworld искать товары. Это можно просто на часы все это затянется. И как бы здесь ни вебинар, ни платный, ни бесплатный, без каких-либо целей. Мы просто обсуждаем. И я еще раз говорю, я могу на YouTube это все писать. Но на YouTube нет вопрос-ответа. Я хотел как раз добавить именно интерактив. Пошаговый алгоритм. Кто-нибудь готов? Денис, давай пошаговый алгоритм. Я вроде говорил его пошагово. Ну, кто готов рассказать, как его видят? Пошаговый алгоритм после отправки товара на склад Амазона. Я считаю, я уже сказал, подготовить свой товар надо. Ну, повторяться смысл еще раз. Когда мы подготавливаем свой товар, анализируем его, потом сравним его
с конкурентами, платно-бесплатно, с Keyword Inspector, с Pay-Per-Click, с другими какими-то приблудами. Вот, мы, соответственно, загоняем, получаем товар и его начинаем продвигать. Продвигаем, я уже сказал, через раздачу получаем отзывы, потом используем Pay-Per-Click, используем индусов по ситуации. Вот на данный момент все остальное, блогеры и все остальное, там, социальные сети, лендинги, у меня пока большого опыта положительного нет, сколько мы пытались, не получилось. Это для увеличения продаж, это уже будущее. Существующих продаж. Да, это будущее. То есть это, если у вас все пошло, то есть товар закрепился работать, следственно, потом можно подумать об увеличении продаж. Уже включаете вопросы, не знаю, там, Facebook и все что угодно. Тормозим вопросы. Так, там, фото можно ли защитить? Не знаю. Думаю, что фото нельзя защитить. Мои фото украли. Вот. Но если бренд-регистри сделать, пожалуйста, точно можно. Это 100%. Не успеваю просто. Какая... Как Amazon говорит, что все, что она размещено на Амазоне, это собственность Амазона. То есть, соответственно, если кто-то украл ваши фотографии, очень проблематично защитить. Хотя буквально недавно я видел в Фейсбуке пост, что предъявили претензии именно по фото. Что предъявили человеку претензии, что у него как бы ворованные фото. Вот. То есть, возможно, если будет жалоба, как бы, возможно, какие-то разбирательства начнутся, но 100% кейсов я еще пока не видел, например, чтобы люди именно, чтобы людей банили за фото. У меня в моей нише куча китайцев с одинаковыми фото друг у друга ворованными, более того, с жестким фотошопом, разукрашенный просто, берет, например, синий, красит в зеленый цвет, ничего не меняя абсолютно, то есть, ну, такой в пайнте разрисованные фотографии, и абсолютно никаких проблем. Хотя есть, в принципе, возможность пожаловаться на фото, есть возможность пожаловаться на то, что продукт не соответствует фото, например, как вариант. То есть зачастую бывает, например, у вас воруют фото, продают контрафактный товар под своим листингом. Понятно, что, ну, однозначно там 99%, что он не будет похож на вас. То есть, ну, как вариант, можно выкупить просто единицу и сказать, что продукт не соответствует фотографии. То есть это совершенно другой продукт, фотографии ворованы, сослаться можно на листинг, с которого они ворованы, и все, как бы приложить по возможности скрины продукта, и все, и как бы Amazon однозначно забанит. Тут не конкретно защищаешь свои фото, но просто именно через жалобу на такого вот фиктивного продавца ты можешь, в принципе, его заблокировать. Ну, как вариант. А просто фото отвоевать свои, это очень проблематично, я не видел каких результатов. Так, на чьи вопросы не успеваем отвечать, я просто думал, повторять. Что будет охота за вашими фотографиями? Говорю по поводу вопросов, вот кто на какие вопросы не ответим, просто потом повторить, у нас потому что они пролетают, очень долго отвечаем, не успеваем. Вот, сейчас последний вот начинается. При добавлении фотографий в листинг, фотографии называл по ключевым словам. Ну, можно назвать, можно не называть, программисты над этим смеются. У меня есть вот товарищ, который смеется. Но, мне кажется, хуже не будет. Хочешь делай, хочешь не делай. Я, например, называю ключами. Я тайтл прям забиваю там с разными вариациями и все. Но... Amazon не индексирует никак, да. Они переписывают просто. В любом случае, попробуйте скачать эту фотографию любую, посмотрите, как она будет называться. И посмотрите, прописывается ли в ней что-нибудь, какая-нибудь информация. Ничего не прописывается. Откройте любым редактором, посмотрите фотографию. Amazon все подтирает. То есть... Никоим образом это вам не поможет абсолютно. Самый любимый вопрос, вот мне нравится Виктор Матвенко по поводу именно вот этих продаж и всего остального. Виктор, я бы вам сколько бы ни сказал, вы можете поверить, можете не поверить. Какое это имеет значение? Если вам интересно, позвоните со мной в скайпе, пообщайтесь. Вот, я как бы есть, а так на самом деле все, можно демагогией заниматься бесконечно. И по поводу тактики вы, соответственно, выбираете собственную, которая вам нравится, мы просто делимся, не более того. Вот. А то, что я вам скажу, что я продаю там 1000 SKU на $1 миллион и так далее, вам легче от этого будет, я думаю, нет. Ну вот. А по поводу того, что сколько бы я ни продавал, ваша задача, сколько вы будете продавать, а не сколько я. И никто не заставляет, грубо говоря, нас слушать. Если вы с нами не согласны, вы можете то же самое это написать. Мне кажется, это справедливо. Инфографика сделать. У тебя можно инфографику сделать? Ты делаешь, Валентин? Инфографику он делает, на Fiverr делает, то есть вы определяетесь, где вас устраивает. Просто с Валентином можно по-русски поговорить, и можно, грубо говоря, там по скайпу.
А на Fiverr далеко не со всеми объяснить, что конкретно хотите, если языком не владеть, достаточно сложно. Так, стоимость ваших услуг, продвижение. Ну, да, это базовое, в принципе. Обычно у нас на данный момент с теми, с кем мы работаем, у нас средняя цена $200-$300, чаще всего 300, потому что берут злые фразы. То есть это конкретно по, если конкретно брать про индусов. Если про комплексно, ну, звоните, пообщаемся. То есть, ну, а так, по большому счету, продвижение можно продвигать по индусам везде, где угодно. Их найти несложно. Просто все работы индусы по-разному. А кто-то, основная масса индусов просто берут такое ощущение заказы в наряд и ставят их в очередь. Вот, и многие не выполняют свои обязательства. Потому что из-за этого у многих проблем, из-за этого у нас КПД достаточно высокое. Вот, ну и гарантии как бы 100% в плане того, что продвинулось, заплатил, не продвинулось, не заплатил. Работали со многими, можете в группе опять же написать вопросы, и вам ответят. Вот, ну мы этим не специализируемся, мы именно специализируемся именно в комплексном продвижении. Отдельно продвигать товар просто на первую страницу, я уже сказал в своем как бы вступлении, что если товар не подготовлен, из-за этого и проблема, что его продвинули, он упал. Да, да, если вы подготовите, если он будет более-менее, шансов зацепиться гораздо больше, это факт. Из-за этого, когда вот это постоянно в ленте я вижу, а сколько продержится товар, я понимаю, что у других с этим огромные проблемы, что он не держит. Ну, потому что вы подготовите товар. Или ценой его удержите, или еще чем-то. То есть у вас... Проведите эксперимент очень простой. Найдите в своей нише на первой странице товары с PSR, например, там 100, 200, 300 тысяч. И посмотрите, как долго они там, поставьте их в трекинг и посмотрите, последите за ними, как долго они вообще, в принципе, там проживут. Вот и все. И посмотрите, что такие товары долго там не находятся. Максимум, может быть, неделя какая-то, если его еще двигают все это время, подпитку. По поводу листинга, вот. А потом он сваливается просто в тартарары. По поводу вот вопроса. Делаем листинг. Ну, обращайтесь, в любом случае мы подскажем. Я языком, например, не владею, Валентин, насколько я знаю. Более-менее, то есть мы не занимаемся листингом, знаем просто, у кого можно его заказать, еще раз говорю. Главное по листингу, если заказывать, надо ставить задачи. Не тратьте лишних денег, в принципе, спокойно можно половину там листинга дернуть и у конкурентов. Единственное, не берите на Амазоне и на eBay, берите именно в американских сетях, как мне советовали раньше и как многим советуют. Там, потому что сидят американцы, они пишут нормальные листинги. А на Амазоне мы друг у друга передираем, получается, какие-то франкенштейны с перечислением ключевых фраз. Вот, из-за этого подсказать по листингу можем. Вот, но конкретно, например, взять просто листинг написать, я, например, не возьму. То есть я понимаю, как он должен структурированно быть. То есть я к листингу как к математике отношусь. То есть выстраиваю уравнением, там, я не знаю. Ну вот, то есть, и потом отдаю на проверку, кто... Именно по-американски понимает, то есть, чтобы я там что-то не ошиб, чтобы я не совершил какие-то не тоже грамматические ошибки, то есть через переводчик делал, а именно просто ошибки в сочетании вот этих слов, по смыслу, например, какой-то неправильный. То есть в этом. То есть я вот так к листингу отношусь. А индусы делают полезные действия. То есть, что делают индусы, делают они полезные действия. Полезные действия — это вот все, что вы также можете это все делать, просто это очень утомительно, мягко говоря. И много всяких там моментов. То есть это на самом деле виш-лист вы добавляете, шоп-лист, корзина, там, я не знаю, голосуете, пишете вопросы, надо с разных IP-адресов, с разных аккаунтов. Ну, то есть надо попотеть, так скажем. Там, я это сам лично месяц специально мы тестировали, много разных тактик применяли. Нам индусы давали в точности порядок действий, как это все делать. Ну, это просто утомительно, реально. Вот, полезные действия самое лучшее. После вот этих всех перетурбаций, это просто отзыв. То есть кто-то делает просто отзывы, мы делаем именно отзывы с выкупом. То есть это самое полезное действие, так скажем, именно реально органическая продажа. Так, значит, что дальше? Можно ли создать бандл из двух существующих листингов, к примеру, GoPro? Ну, я GoPro не знаю, какой у них там листинг, но объедините, так понимаю, да, Денис? Это Child, и вот это имеется в виду? Я лично не делал, то есть у меня опыта ни учеников нет, то есть мы заведомо, на данный момент просто тенденция такая, что на старте, мы в основном сейчас говорим именно о старте, то есть как бы этот лайф, здесь совет такой, что лучше не идти с вариациями, потому что, в принципе, раньше я считал, что надо идти с вариациями, они будут поднимать, но на самом деле, так как чаще всего продаж-то нет, то есть удачные продажи это сколько там, 10-20%, соответственно, вот эти 80-90% нас тянут вниз.
Вот, из-за этого это и денег больше надо вваливать, то есть и, соответственно, еще и негатив. Плюс вот я на данный момент еще не знаю, вот Денис, может, знает там, или Валентин, то, что бывает, бестселлеран крепится к чайлдам, а бывает к пэрентам. Тоже там, наверное, есть какая-то закономерность, то есть, может быть, по размерам так, по цвету, по-другому. То есть, ну, много таких вот микромоментов, которые смысла усложнять себе жизнь вот этими вариациями нет, сложными товарами нет. Если найти простыми товарами, почему? Мы учимся. Вот сейчас мы, например, столкнулись с ситуацией с патентами. То есть мы нашли классные ниши, но там непонятный патент, а патент, он что-то там нарисовано непонятно, вроде это патент. То есть должны юристы, соответственно, отбивать. Какой механизм, например, блокировки на Амазоне? То есть юрист должен обратиться на Амазон, какой там индус, кто принимает решение, что вот надо забанить половину листингов там в этой нише, например, или в этой ключевой фразе. Непонятно, то есть кто сталкивался так вот профессионально с патентами, если есть возможность, давайте пообщаемся, потому что пока непонятно. То есть, например, у меня есть патент. Можно, например, найти какую-то нишу классную, поковыряться там, я не знаю, в патентном американском бюро, купить этот патент и забанить нафиг всех и самому начать торговать. Вот у меня сейчас получается такое ощущение, такая ситуация, потому что товаром торговали в декабре все подряд, а в январе начали всех банить. Ну, то есть, если у него был патент до этого времени, ну, какой смысл он там? Может, они, значит, с Амазоном очень долго там переговаривались. Тут такой момент, что получение патента, как правило, около года. Нет, я понял, нет. Сначала идет заявка на патент, вот, соответственно, ну, зачастую, вот, что было, например, с мешками этими эйр-лаунчерами, которые там, ламзаки, вот, они, ребята, создали проект на Кикстартере, запустили эту тему, вот, потом заинтересовалась компания одна, выкупила, голландская, по-моему, выкупила у них эту всю эту идею, вот, соответственно, стала патентовать, выходить на американский рынок, но к этому времени китайцы уже наклепали уже подделок. Соответственно, активно начали по всему миру продавать, в том числе там и СНГ. Вот. И пока те не получили патент, соответственно, хорошо, эти знаки продавались по хорошо всему миру. Если патент уже до этого был, потому что патент давнишним числом. То есть там несколько лет назад. Такое ощущение, они, значит, переговоры с Амазоном все это время. Патенты еще распространяются, у них разные, скажем так, территории по действию и разные смысловые нагрузки. То есть, смотря на что, патент бывает там на полностью на конструкцию, на дизайн, на материалы, трейдмарк. То есть там куча разных особенностей. Я так немножко начинал вникать, но опять же, это надо лучше всего, конечно, с патентным поверенным. То есть это с профессионалом, именно с адвокатом американским, который именно действительно по американскому праву патентному может проконсультировать. Там очень много нюансов. Многие компании крупные просто не видят в себе конкурента в виде Амазона. То есть, например, у них и так неплохо продается по всему миру товар. И на Амазоне, например, их товара продается там 2-3 тысячи, к примеру, единиц. То есть для них это не рынок. Соответственно, они не обращают внимания. Но потом, когда они начинают заинтересовываться этим рынком, их дилеры, например, начинают заходить, их дистрибьюторы начинают заходить на рынок Amazon, создавать листинги. Вот они тогда сталкиваются именно с контрафактом, с конкуренцией, и они, мне кажется, что от имени уже патентодержателя начинают действовать. Ну, понятно. Ну, то есть вот у нас получилась такая ситуация, что в декабре никого не банили, бешеные продажи были, в январе начали банить, а мы только товар тащим. И это узнали все случайно, и оказывается, там русскоязычного населения, так скажем, человек 8 этот товар тащит одновременно и в январе. Ну, короче, караул полный. И оказалось, нашли уже 3 таких патента разных, от разных источников. Ну, короче, просто непонятная история. Ладно, пойдем дальше. По патентам очень сложная история. Что понимает под индусами? Ну, в основном индусы, бангладешцы, те, кто, наверное, мечи кожаные шили вручную. Вот, теперь они, наверное, фигачат на Amazon отзывы. Вот, я не знаю, что такое индусы. Это люди, которые сидят за компьютерами, у них там есть VPN-ки, там IP-адреса разные. И они долбят в ручном режиме, создая новые аккаунты. В YouTube можете посмотреть, чем они занимаются. Это работает наполовину, еще раз говорю. Вот, то есть смысл. Они выводят на первую, они помогают вывести товар на первую страницу. Но еще раз говорю, вывели товар. Наши индусы что делают? Нам конкретно, у нас такие условия. Выводят на первую страницу. Держат 100% 10 дней. Как правило, держат намного дольше. Как правило, намного дольше держат. Но в любом случае, если товар начинает падать, начинает уходить на вторую страницу, мы можем ту же сумму, которую заплатили, скорее всего, $300, абонентскую плату на месяц. То есть можно товар просто оплачивать и там тупо поддерживать. Вот, мы вот таким пользуемся. Ну и честно могу сказать, ни разу еще этим не воспользовались. Вот, но в любом случае такая возможность есть. Вот что делает индусы. Но еще раз говорю, эффективность от этого зависит только от подготовленности товара. Так, какая частота полученных отзывов с продвижением через Сергея, ревью будет оптимальной?
частота получения отзывов. Но это опять же от товара, от конкурента зависит. То есть, как вы, с чем вы совмещаете? Мы говорим именно о комплексе. И за этот комплекс надо разрабатывать. Как правило, люди приходят к нам и занимаются, говорят нам фразу и куда продвигать. Я как бы раньше, мы когда интересовались, мы полностью, вот ни одного человека еще не было, которому не переделали все. Начиная с фотографии, заканчивая листингом. Но это стоит денег. И не каждый готов заплатить, и я могу абсолютно понимать. И я еще вопрос здесь видел. Как выйти, если товар не пошел? С минимальными потерями. Я считаю, вот как раз в этой ситуации, это вот проработать листинг, почитать, послушать, не тратить денег, никому не давать денег, тем более там какие-то бешеные листинги оплачивать, дуровые просто, ценники выставляют. Вот. Самому все это сделать, много информации в интернете, выстроить товар, отдать индусу, вот, или, соответственно, вывести на первую страницу, посмотреть, сколько продержится, или вот реально абоненту платить. Вот, другого варианта, да, можно вывести его с Амазона, как товар там, как он там называется, я уж не помню. Не помнишь, Денис, как он там называется, чтобы вывести за 2 копейки? Без фи? Ликвидация. Есть такой. Да, да. Ордер можно создать. В инвентаре. Да, то есть он за 30 центов там его да, вывозят. Его увезут, короче. Можно, конечно, сделать вообще по-хитрому, то есть какому-то знакомому типа продажи и кинуть Amazon. Но это как бы такой стрёмный вариант. Вот, а нормальный вариант... Нет, так, пожалуйста, можно и знакомому ликвидацию указываешь не, его нет, адрес. Не понял значит. Меня. А вообще просто как продажу сделать, вообще ничего Amazon не платить. Просто вывести товар себе. И все, и до свидоса. Но... Нет, так в любом случае ликвидация – это самый дешевый вариант. Там получается 30, ты продажу, если то ты заплатишь там FBA fee, ты заплатишь да, за да, готовку да, продажи. Понял. Даже, ну, ты комиссию Амазона не заплатишь 15%, потому что как бы ты продал на стороне, но ты заплатишь FBA fee, это за подготовку, там упаковка товара. Ну, короче, вот такая фигня. Ликвидация – это самый-самый дешевый способ именно вывести товар с Амазона. Да. Соответственно, ты выводишь, например, центр какой-то, например, либо другу, соответственно, он там, хочешь, там, перепаковал его, имел там упаковку или еще что-то, или опять же тот же самый, грубо говоря, под новый листинг взял и завез. То есть, ну, как вариант, да, есть, говорят, что... Перевести его опять выгодно. Же, можно попасть вот этот именно старт, вот именно новый листинг, то есть, да, возможно, ну, в любом случае хуже не будет. Не да, есть возможность, да, мы забыли, кстати, сказать по поводу продвижения. Есть мертвые ситуации, когда профукали вот этот вот буст, все правильно, можно просто сделать рестарт. То есть вывозите товар, переклеиваете наклейки, переупаковываете, там, проверяете и делаете новый рестарт. Через новый рестарт вы просто, у вас опять буст, и вы опять все заново делаете. Есть такой вариант, сами можете посчитать по деньгам, сколько это будет стоить. Это реально живой вариант, если у вас большие товарные остатки, потому что вывести товар разумно только на Украину. Все остальные страны проще выбросить его там. Просто, ну, вообще нереально. Отдать знакомым, продавать через eBay, где-то хранить, найти преп-центр, где не надо платить абонентскую плату долго, искать варианты продажи на eBay, но это опять слив, это, то есть, ну, не знаю, если не поперло сразу, очень сложно. Вот я, например, своим первым товаром именно пытался, думал, что вот не пошел туда-сюда, то есть именно запускал, в конечном итоге я решил его обменять на знания. То есть я его реально и в хвост, и в гриву, и раздавал, что я только с ним не делал. Вот, но он получил свой, то есть я настроился уже на то, что мне было нужно, и я это получил. В принципе, я доволен. Так, дальше идем. Можешь ли дать задание, на что обратить внимание в первую очередь? В первую очередь чего? Если выбор товара, у нас что получается? Самое главное, выбор товара, потом, значит, в Китае в идеале найти просто нормального посредника. В принципе, Владимир в прошлый раз был, абсолютно нормальный посредник. По крайней мере, начать с него абсолютно можно. Вот, пообщайтесь, поработайте. Он, вот Денис с ним работал. У меня многие знакомые с ним работали. Я лично тоже с ним работал из-за этого. Абсолютно. Очень удобно на этапе выбора, когда вы собираете, например, сэмплы, вы там собрали, вы можете себе позволить собрать там хоть 10-20 сэмплов, не суть важно. То есть сколько соберете, это будет копейки стоить, ну, не кастомизированные сэмплы, например, там, их по себестоимости вам отправят, доставка по Китаю, там, все собрать, там, будет стоить там, 10-15 долларов, вот. А если вы каждый сэмпл будете себе отправлять там, в СНГ, то ну, там, сумасшедших денег заплатите. И будете ждать еще очень долго. А по Китаю там, за один день все эти сэмплы дойдут. Соответственно, вам их пофоткают, посмотрят, как бы, все, что там совсем шлак. Отфильтруете, если там 2-3 или там, один нормальный вам понравился, к примеру, вам его могут выслать к себе. Ну, хотите там фоткаете, хотите к себе его отправляете, и тут его тут уже смотрите, трогайте, щупаете. То есть это просто экономит время и нервы. Ну и в дальнейшем инспекцию. То есть вы можете сэкономить себе нервы на инспекции, потому что все китайцы врут, как ни крути, какие бы они хорошие, замечательные не были.
они все равно пытаются вас обмануть. То есть в плане, они не видят вас стратегическим партнером. Конечно, если вы приехали на завод, там у вас контракт на 100-200 долларов, там, соответственно, да, они увидят вас стратегическим партнером. 3-5 тысяч долларов для них это не объем. Как правило, это все продавцы, это не производители, для них это не объем для производителей. Поэтому будет не кондиция, будет враг, он не видит, будете вы продавать, получится ли у вас продавать. К нему тысячи обращаются людей каждый день. Соответственно, ему задача продать то, что у него есть. Да, есть вероятность, что попадет хороший, нормальный продавец, достойный, но качество нужно отслеживать. Может одна, вторая, две партии, три пройти партии хорошо, четвертая партия вся будет косячная. Все что угодно. Ну, поэтому в идеале иметь вот такие инспектора. Проблема там еще в том, что непонятно, как вначале отсылать именно с приват-лейблом. То есть ждать приват, отсеять, как вот 10 раз возить в Китай геморрой. Из-за этого лучше, чтобы привезли вот с этих многих фабрик, они с этих фабрик отсели 1, 2, 3, вам видео, фото сняли в нормальном качестве, выбрали все-таки одного, проверили этого одного, двух самопроизводства, и там уже заказали приват, потому что это будет еще дополнительно денег стоить. Потому что без привата фотографию делать у себя дома, ну, почти бессмысленно. Конечно, можно нарисовать все это, но какая-то фигня получится. То есть вот заторможка именно с приват-лейблом идет. Так, по поводу GoPro я вот сейчас смотрю, но это, мне кажется, обычная child. То есть объединять листинги можно, я не вижу никаких проблем. Сам лично не делал. Ты делал, объединял листинги? То есть когда... Да, два... объединял, то есть... удалял, я экспериментировал. Я пытался создать вариацию, но мудохался немножко с ними. Никаких проблем, вариантов разных есть. Есть через добавление можно вариации, есть через объединение, как бы вариантов много. То есть там куча гайдов сейчас, в принципе, есть на YouTube подробных по созданию вариаций. Единственная сложность, с которой я столкнулся, когда вы делаете, например, вариации там, по цвету, там, да, и вам нужно придумать цвет. Иногда бывают цвета сложные, там, как, например, ну там вот в примере мужик показывает кроссовки. И цвет, например, там серебристо, желто, зеленый, там, красно, там, перламутровый. Вот дословно вот такие вот цвета сложные. И у меня, например, Amazon не пропускал вариации. Просто не хотел создавать, не хотел объединять, точнее, такие вариации. Я вышел из положения, просто там аббревиатуры сократил. То есть там взял от каждого цвета по букве. То есть это не принципиально, это больше не, это не для пользователя, это больше для вас, скажем так, чтобы вы разбирались, ну, типа как номер модели. Вот, и Amazon просто не захотел пропустить это. Вот, то есть это единственный момент, с которым я столкнулся. А так никаких проблем, создавал вариации, объединял их потом. И разделять можно, насколько я помню. Да, удаляешь парента, разъединяются чайлды, каждому своя активность уходит, вот и все, как бы никаких проблем. Единственное, так мы не разобрались, по какому принципу Amazon присваивает BSR. Иногда присваивает BSR общий ко всем, то есть... Независимо, какую единицу вы как продаете, у всех общий BSR. И все общие продажи влияют как бы на общий этот BSR. Это, конечно, идеальный вариант. Но зачастую я вот видел листинги, когда у каждого чайлда свой BSR. И вот такой листинг, мне кажется, тянет вниз все-таки. И опять же, новичкам, которые только-только начинают стартовать, ну, не заморачивайтесь с вариациями. Потому что однозначно у вас одна будет вариация хорошо продаваться, которая будет, ну, по правилу Парето, будет делать вам 80% продаж. Все остальные вариации вам будут делать 20% продаж. Если у вас по продукту затык, у вас 20 продуктов, и вы решили просто по этому продукту немножко повысить продажи, да, вы можете заморочиться с вариациями. Но опять же, вы поймите, по каждой вариации у вас будет МКК, то есть, ну, будет минимальное количество товара. То есть вам не продаст китаец, например, там 10 единиц, да, у вас один хорошо продается, у вас 500 вы заказали, а второго там по 10 штучек. Нет. То есть, как правило, попадет, что по каждой вариации нужно 500 штук заказать. Ну, если приватный, соответственно, вы завезли 5 вариаций по 500 штук, и у вас один офигенно продается, а остальные там 2000 зависли и мертвым грузом висят. И вы деньги заморозили, получается, а хотя могли бы вложиться бы в 5 продуктов разных, и каждый бы, может быть, выстрелил бы. Вот, поэтому, ну, вариации на старте это однозначно нет смысла. Вариации есть смысл просто, когда уже у вас продукт, ну, уже весь возможный трафик, все возможные ресурсы выжили, то есть вы в топе, вы продаете круче всех, просто вы можете, да, как вариант, там, немножко увеличить продажи за счет вариаций. Либо у вас там стратегия построения мощного, сильного бренда, у вас там сумасшедшая линейка, но опять же, это бюджет. То есть вы понимаете, что это бюджет. Это огромный бюджет. То есть это не в рамках там 5-10 тысяч долларов, это в рамках 100-200 тысяч долларов. Так, по Любомир, нет, не было еще проблем. Проблемы могут возникнуть, если реально грязно будут работать, вот эти именно индусы.
Вот, из-за этого действительно надо быть аккуратнее и не ломиться. То есть дешево и качественно не бывает. Или, соответственно, будут менее качественно делать, они будут меньше IP менять, меньше, будет более палево. Потому что у нас в октябре месяце, насколько я помню, по поводу индуса был один вопрос, это бан. Сейчас про бан практически никто про них не спрашивает, все уже попробовали, у всех, у кого-то есть свои наработки, у нас свои наработки. Так что мы с тобой как раз и начинали с этих индусов. Кстати, напиши, как у тебя с eBay сейчас, получается, не получается. Ты что, я так понимаю, eBay, может быть, тоже через индуса попробовать продвинуть, там тоже надо торговаться в конечном итоге. Так, 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 что-то у нас интересно еще. Я некоторые вопросы не понимаю, уточняйся. Почему БСР падает на глазах? Когда его купили, есть отзывы 1-2, а не купившего продукта ранг стоит. Ну, и вообще БСР, он раз в 2 часа, насколько я помню, меняется в зависимости от продаж. Я на него, в принципе, вообще внимания никогда не смотрю, из-за этого мне сложно сказать, я статистику БСР не веду никогда, даже у своего товара. Прыгает, скачет он, как и раньше. Бывает на первой странице, он там стоишь, главное. Мне главное именно трафик, где я нахожусь. То есть топ-10, топ-5. BSR отображает, насколько вы по конкретному ключу продаете лучше. Конкретный момент времени. В целом, там, лучше, чем конкуренты. А не важно, лучше, хуже, важно, сколько вы продаете. В одной категории BSR будет 10 тысяч, и вы будете продавать там 20 единиц в день. А в другой категории будет BSR 10 тысяч, и вы будете продавать только 1 единицу в день. А BSR вообще не показатель. То есть не смотрите, это вообще, это просто для статистики, для галочки, для машинных систем каких-то. А абсолютно это никакой не показатель. Конверсия, самый главный ваш показатель, и количество продаж. Вот это ваши главные показатели. Вот на это равняется. Ну и ранжирование. Как вы ранжируетесь? То есть по каким ключам, как можно большим ключам вы на первой странице. Вот опять же, отслеживайте те ключи, которые близко к первой странице. То есть для этого нужны трекеры. Вы запустили, например, 100 ключей, вы увидите, что вы по каким-то ключам на третьей, четвертой странице. То есть по ним продвинуться, конечно, будет проще на первую, чем по тем ключам, на которых вы там на 20-й, на 30-й странице. Вот, соответственно, сконцентрируйте все свои усилия именно на тех ключах, которые максимально близко к первой странице. Пускай будет 1-2 продажи в день, может быть, с этого ключа, но какая разница? Таких ключей вы продвинете быстрее и больше, и, соответственно, зацепитесь за органику, и все остальные ключи будут автоматом подтягиваться. Потому что Amazon, как бы, для него самое главное – ваши продажи. Чем больше вы продаете, тем лучше вас ранжирует. Ему выгодно продвигать вас, он на этом зарабатывает. Понятно. На eBay, короче, не смогли они продвинуться, но, значит, там другой алгоритм. По поводу БСР, просто я не знаю, я по нему не загоняюсь, вообще смысла не вижу. По поводу трекинга, но мы его с Денисом считаем I'm the one, и, я думаю, Валентин согласится, сейчас самый интересный, самый дешевый, с максимальным количеством функционала. Да, у него самый широкий функционал. Там есть возможность и ресерча, проведение, то есть поиска по определенным параметрам интересных продуктов. Есть возможность создания супер URL в неограниченном количестве, столько вам нужно. Есть возможность... Динамический, причем, да? Да, динамический супер URL. Есть возможность следить... Я, кстати, супер URL использую именно, когда запускаю трафик с Фейсбука. То есть я это, опять же, использую для продвижения. То есть в комплексе со всеми различными полезными действиями я еще использую трафик с Фейсбука. Это, ну, как бы, я вижу, что это дает результат. Вот. Причем у меня товар такой, что у меня его еще и покупают. В принципе, просто обычные реальные покупатели, не просто зеваки. Вот. Причем я отслеживаю как бы, количество посещений по Super URL, чтобы не убивать конверсию. Если слишком большой трафик идет, я просто ссылку убиваю, и, соответственно, ну, и переходов нет. То есть это очень просто через трекер делать. Плюс, как бы, там достаточно большое количество ключей можно, ну, в сравнении с тем самым, например, Cashcow Pro, сейчас они, раньше у них было неограниченное количество ключей, теперь они урезали и ограничили, ну, поставили высокий очень тариф, то же самое AMZ Tracker, например, когда-то это был аналог полный, то есть, возможно, AMZ One сыграли с AMZ Tracker, но теперь AMZ One развивается, постоянно добавляет какой-то новый функционал, к сожалению, AMZ Tracker стоит на месте. Есть возможность слежения за продажами конкурентов, есть возможность анализа листинга, то есть на его SEO-оптимизированность. Ну, короче, куча-куча всяких разных параметров интересных. Вот. Плюс ко всему, как бы мы с Денисом сейчас вот пообщались с разработчиками, возможно, скоро сделают нам отличное предложение, то есть как бы можно будет намного выгоднее подключаться к этому тарифу. Да, ссылочку под видео скинем. Там, я не знаю, партнерку мы получим с Денисом вместе или по отдельности. То есть ссылки по какой захотите перейдете, они обещают
нам какой-то бонус, а вам, грубо говоря, насколько, как мне, я его сейчас перевел, что просто по нижней цене более дорогой тариф, короче, вот такая вот. Да, то есть вы подключаетесь на базовый тариф, который, например, $20 в месяц, вам дают функционал от $40. Да, то есть вот, и я в таблице... То есть вы в два раза более дорогой тариф получаете. Да, на самом деле, для старта это очень круто, это более чем достаточно. Там, по-моему, 100 слов или 110 слов. То есть, в принципе, для старта, для одного продукта это более чем достаточно. И конкурентов, и себя, грубо говоря, парсить. То есть, все под контролем, да. Нормально. Вот, очень так что... удобно. Я, например, использую, забиваю своих основных конкурентов и отслеживаю продажи. И, ну, соответственно, BSR. Если если у них ситуация, все улучшается, показатели растут, продажи растут, все окей, там как, ну, как минимум снижается, я падаю, соответственно, значит, проблема какая-то с конверсией. То есть, либо отзыв у меня какой-то прилетел плохой, подпортил мне ситуацию, либо SEO проблемы, то есть с ключами у меня не оптимизированный листинг, я из-за этого проваливаюсь. То есть либо цена у меня высокая, например, из-за этого конверсия начала падать, мне перестали продавать, перестал продаваться мой товар. То есть это сигнал в первую очередь, что что-то не то происходит. Если у всех все проседает, соответственно, как бы, ну, тут паниковать не стоит, это просто может быть, ну, сезонность, это может быть просто в нише какие-то там передряги, просто этот товар не продается в принципе сейчас. Вот. То есть у меня была ситуация, например, у меня приостановились продажи, я как бы посмотрел, конкуренты то же самое, в целом, возможно, были выборы инаугурации Трампа, и там все смотрели два дня трансляции, и, соответственно, не покупали. И действительно, там на следующий день у меня все отлично, все возобновилось, продажи пошли, конкурентов тоже началось движение. Но я бы не сделал бы этот вывод, если бы я не видел, какая ситуация у конкурентов, что у них вообще происходит, продается или не продается товар. Ну, все правильно. Вот. Потом, что тут, какие у нас еще интересные вопросы. Отвлекся. Там еще вопрос как раз очень такой важный. Мы забываем все время рассказать по поводу, ну, письма писать. То есть сейчас про программу расскажешь, какое твое мнение. SalesBaker, понятно, самый простой. Да. Это очень важно. На самом деле, вот я сейчас протестировал ZoneMaster, есть такой сервис тоже. Как бы я сейчас общаюсь с разработчиками на предмет именно предоставления нашей группе каких-либо бонусов. То есть, возможно, сейчас я использую тариф там самый простой за $9.99 на 5000 писем. То есть тоже для новичка это более чем достаточно, но это очень много. То есть если даже отсылать по каждому продукту 3 письма, то есть в принципе 1000 продуктов продавая, 3000 писем всего лишь вы только используете. То есть, ну, это очень много. Чем этот классный сервис, чем он... Что-то Денис пропал со связи. А, вот здесь я вижу вопрос по поводу, как добавить категорию. Просто через чат Амазона в Help зайдите. В Help, я через спонсор. Алло. А, вот сейчас связь. У меня сорвалась связь, да. Чем отличается этот сервис от других? У него очень расширенный функционал аналитики. То есть вы можете видеть количество, то есть сколько ваши, ну, какие письма открывают, какие не открывают. Причем каждое конкретное письмо там можно проанализировать. У вас ведется база покупателей. Вы можете зайти посмотреть по каждому покупателю всю его историю. Оставлял, не оставлял ревью, оставлял, не оставлял фидбэки, когда оставлял, доставка по нему. То есть, когда ему пришло, когда ему доставлено, когда он купил. Там все, ну, очень четко с инфографикой, с картинками. Все по каждому прям зайти можно посмотреть. По нескольким продуктам, по каждому продукту тоже аналитика. То есть, сколько писем отправлено. Какие письма лучше открываются? Первое письмо, вот у меня, например, там 50%, 6% открываемость. Второе письмо я смотрю уже там порядка там 25%. Но опять же, у меня только-только начал я еще его тестировать. Очень мало писем еще отправлено, вторых. Соответственно, ну, надо месяц-два потестировать, тогда уже будет более объективная картина. То есть, если у меня будет низкий процент открываемости вторых писем, ну, тут надо смотреть. Либо просто из-за того, что я уже одно письмо отправлял, и они игнорят. Вот. Может быть, где-то попадают в спам, когда второе письмо автоматом отправляется. То есть, ну, надо смотреть, как будет с третьим письмом. Если третье еще хуже будет открывать, значит, скорее всего, что где-то спам. Может быть, пытаться обходиться одним письмом. То есть, я все ближе склоняюсь к тому, что обходиться одним письмом. То есть, выжидать время и потом высылать письмо с просьбой оставить ревью и, возможно, эту вилку, где нет возможности, например, оставить плохой отзыв. То есть, будет вилка, понравился, не понравился продукт. Один вариант ответа попадает на отзыв, если понравился продукт. Если тебе продукт не понравился, то попадает на обратную связь к продавцу. То есть он пишет мне свою обратную связь, и, соответственно, я на нее как-то реагирую. Я не получаю отрицательный отзыв. То есть вряд ли клиент пойдет искать ссылку, где ему оставить отзыв. То есть, ну, как правило, это будет продвинутый какой-то пользователь, таких мало.
Вот, поэтому там очень-очень расширенная аналитика. Можно ставить лого в письмо, можно полностью переделывать шаблон HTML, там куча различных разных, как они называются, переменных, вот, которые можно кодировать. То есть все вставлять, абсолютно любые ссылки, любые короткие ссылки, переделывать шрифты. То есть, ну, очень-очень-очень такой грамотный HTML-редактор для специалистов. Я не специалист, как бы, ну, для специалистов там просто необычайное поле деятельности. Плюс можно переделывать триггеры. То есть вы можете настраивать, когда, в каком случае отправлять, не отправлять письмо. Если вам прилетел негативный фидбэк, а письмо вы еще не отправляли, у вас вы можете настроить, чтобы письмо и не отправлялось. Можете составлять черные списки, кому вообще никогда не отправлять. Потому что если есть какой-то пользователь, который вам фидбэк негативно оставил, лучше его в черный список завести. Не факт, что он в следующий раз вам оставит хорошего. То есть, как бы, чтобы его лишний раз не нервировать отправлением этих писем пустых, непонятных. То есть, очень-очень-очень такой крутой функционал. Можно делать, прикреплять файлы какие-то. Я брал тариф без прикрепления файлов, с прикреплением файлов. Там, по-моему, 500 писем за те же самые $9. Самый дорогой тариф, там, по-моему, 29,99. Но там все включено и очень много писем. Вот. Я его тестирую, я его смотрю. Плюс еще один очень важный момент, что не делает, по-моему, ни один сервис. Он соотносит покупки и ордера с оставленными отзывами и фидбэками. То есть вы можете посмотреть, кто вам оставил отзыв или оставил фидбэк. То есть зачастую есть анонимные отзывы, когда никнейм покупателя не совпадает с данными, указанными в ордере. И таких вы можете найти только, ну, через код страницы, там, как бы, проводить определенные манипуляции. Здесь это зашито уже сразу в сам сервис. Вы просто через сервис даете разрешение на просмотр ордеров и просмотр фидбэков. И все, и как бы и программа сама соотносит ордеры и фидбэки, и вам выдает, и, соответственно, у вас статистика по каждому покупателю. Вы видите, что если вам прилетел отзыв, и он не соотносится ни с одним прилетел там, например, отзыв, и он ни с одним ордером не соотносится, значит, соответственно, это с левого аккаунта был оставлен отзыв, то есть, скорее всего, что этот человек не покупал у вас, ну, там, 99%. Вот это очень удобный функционал, как бы, ну, там, говорю, там очень долго можно рассказывать про настройки, там, про функционал, очень крутой функционал. Я, например, ну, не видел на Feedback Genius или там Feedback 5, там, этого нет. Sales Bucket. Очень простой, классный сервис, очень удобный для новичков, которые не заморачиваются с этими всеми настройками. Просто включил и заработало. Вот это вот тех, кому не хочется заморачиваться, поначалу, по крайней мере. Я им пользовался долгое время, отличный сервис, никаких проблем. Потом, когда стал искать просто для себя расширенный функционал, вот, ну, нашел вот этот ZoneMaster. Что там у нас еще вопрос какие? Вот еще мне вопрос понравился по поводу, как найти самый главный ключевик. Вот это действительно самый сложный вопрос. Я, в принципе, ищу из расчета и схожу исключительно. Ну, мне нравится, в принципе, когда мало фраз. То есть, когда фраза состоит из одного, из двух слов. То есть, мне это больше, ну, более симпатично, потому что, так скажем, ну, как я не знаю, сокращаем, что ли, мы эти фразы. Из-за этого происходит такая ситуация, что просто-напросто не всегда такие фразы находятся. И вот периодически мы сейчас сталкиваемся с ситуацией, что ключевые фразы у нас вообще там три слова ключевых там или еще более какое-то количество. Вот, то есть это как бы напрягается. Классически, да, в основном там одна фраза наш ключ, мы находим один, два, три таких основных фраз. Опять же, в первую очередь я выдергиваю из тайтла конкурента. Ну, если честно, то есть вот самый такой простой и действенный способ. Я, как бы, нельзя сказать, там, супер великий специалист, но я больше специалист именно по бесплатным во всяким вот этим вот приемам, чтобы ни за что не платить, ну, я не знаю, там, от убогости своей или еще каких-то там своих загонов. То есть и по тайтлам, если хорошо проанализировать все конкурентов и товар, очень много выцепляется ключей. По этим ключам я их просто вбиваю в Merchant World я смотрю, естественно, хоть он и врет, пускай, хоть он мне там нравится, не нравится, но я смотрю по максимальному количеству запросов, соответственно, анализирую и смотрю, потом перепроверяю их через тот же Smasher, там, AmazonStop, неважно, то есть идут там продажи больше, меньше, ну и по количеству ключевых, ну, по количеству вот этого, то есть мне нравится, когда ключ в одну фразу, 1-2, но бывают всякие исключения из правил. То есть вот достаточно вот именно начать, найти вот эти 2-3 ключа основных, от которых потом плясать, и все эти вариации, цвета, все остальное. Именно
Самая-самая такая, самая, наверное, важная. Вот. Я не знаю никакого инструмента, и сонар есть, и все. То есть просто... Самый лучший способ, как вот я, рутина, например, протестировать ключ, это запустить его в фразовое соответствие в PPC. Ненадолго. То есть, в принципе, если ключ хороший, и у вас тайтл соответствует, ну, то есть ваш товар, то есть важно, понимаете, как бы, чтобы было соответствие ключу, ваш товар, чтобы именно ища по этому ключу товар, находя ваш, то есть клиент понимал, что это, да, именно то, что он ищет, потому что зачастую вам кажется, что, да, там, вы ищете, например, красный мячик, да, и вы сделали красный мячик, а клиент ищет, например, мячик с пупырышками или там с какими-нибудь полосками. И вы вроде, у вас красный мячик, все хорошо, но почему он не покупает ваш мяч? То есть тут важно понять, по хороший ключ, большое количество запросов, вы по нему есть шансы продвинуться, но вы понимать должны, будут ваш покупать продукт или нет. Самый лучший способ проверить – это PPC запустить. PPC точно соответствует, зачастую бывает дорогое. Как правило, если запускаешь фразовое, ну, очень высокая вероятность, что, в принципе, вы нащупаете именно вот тот точный ключ, по которому вы запустили, там, если у вас пошли продажи, вы увидите, по какому ключу у вас больше всего покупают, и это не так дорого вам обойдется. И вот этот ключ вы должны в первую очередь для себя поставить. Но сейчас вопрос был не об этом. Второй, именно... третий, четвертый. Денис. Я имею в виду, что вот таким образом можно выделять важные, главные ключи. А так, ну, есть ключ классный, хороший, у конкурентов, в тайтле он у всех, но ваш листинг нерелевантен с этим ключом. Соответственно, вы в тайтлах надергали у конкурентов ключей, но по ним ваш продукт не покупают. Мы сейчас не про анализ, Денис, говорим. Это понятно, тут и говорить нечего, что анализировать надо. Этот разговор вообще от чего оттолкнулся, как я понял, вопрос был, от чего оттолкнулся. То есть найти, в принципе, тот ключ, по которому твой товар, в принципе, будет показываться. Не продаваться, а именно хотя бы показываться. Вот о чем. То есть как вообще, в принципе, их найти. Потом мы уже анализируем эти ключи, естественно, эффективно. Мы релевантны, нерелевантны, там, подходим, не подходим. У тебя тактика еще интересная, что можно использовать такая вещь, то есть брать именно бестселлеры из твоей ниши и брать, например, из смежной ниши, где такого товара нет, но он очень похож. То есть, например, там, я не знаю, стаканы и ложки. То есть можно в ложке рискнуть со своим стаканом какой-нибудь там, ну, там, для путешествия. Да, да, то есть да, вот такая еще фишка. Ну, много-много всяких нюансов, просто у каждого товара есть своя специфика. Но сейчас мы говорим именно не о фишках, а именно о том, что есть, как выбрать вот эти 2-3 основные фразы, от которых потом все остальные фразы находить. У меня инструмента нет. Я говорю, я в первую очередь прям вот беру, ну, понятно, что я примерно уже знаю, что это за товар, и дергаю тайтлы. От тайтлов я начинаю раскрутку, раскручиваю, и, соответственно, уже пользуемся. А потом же, как Денис говорит, все правильно, что мы и делаем просто анализ. Анализ. А pay-per-click – это самый лучший анализ в любом случае, потому что Amazon, закрытая система, он не дает никаких отчетов, ничего не дает, кроме pay-per-click. И то он их дает, потому что он обязан отчитаться за потраченные деньги. Так, Helium-10 мы используем для анализа. Единственный инструмент, который такой, ну, самый, наверное, простой, и там есть функции там Франкенштейнов и всего остального, за бесплатно. Опять же, и опять же там дается, если видео посмотрите, насколько я помню, 30 вот этих вот там, что там, баллов или чего-то. Helium-10 может вам проанализировать соотношение кейвордов, сколько у вас находится в тайтлах, буллетах и дескрипшнах. У меня показывал дофига. Ну что, теперь я от этого буду их втыкать, что ли, все? Нет. Вот, из-за этого, ну, блин, я не знаю, я Helium как бы смотрю, но... Helium удобно сортировать, то есть это немножко упрощает вам работу, то есть вам не руками это все сортировать нужно, а есть определенная механизация. Ну, при, скажем так, определенных настройках, если умеешь его правильно настроить, то есть немножко ускоряет работу, но все равно основная львиная доля работы, она ручная, рутинная. То есть это просто немножко, ну, оптимизирует, скажем так, время, затраты времени. Ну, плюс есть там еще 5K-чекер, например, но он платный, ну, как бы это можно прочекать, например, сразу поля на предмет, индексируются у тебя слова или нет. То есть он не каждое по отдельности слово, ну, на самом деле это несложно. То есть, когда один продукт тратит на это деньги, по крайней мере, ты сам поймешь для себя, как это, какой это принцип, как это работает. То есть в любом случае, когда на этапе поиска ключей, ты все равно должен все проверить. Все ключи, скажем так, прогнать, проверить, индексируются. И что вообще по ним выдает Amazon, самое важное. То есть то, что вы индексируете, хорошо, но что по ним выдает Amazon? Вы ввели мячик, а вам кастрюлю выдал, к примеру. То есть конкурентов ваших там нету. И вы понимаете, что даже если вы туда попадете, ну, продаж не будет, скорее всего. Не пойму, вот вопрос. Ведь Amazon запрашивает
вставлять ссылки через аккаунт, либо письма отправлять через отдельную почту. Что-то не могу понять. AmTheRush. Расскажи, Денис, ты про AmTheRush мне рассказывал, я не буду про нее ничего рассказывать. Ну, я не могу ничего плохого сказать, скажем так, о конкурентах. А у нас нет конкурентов, мы не зарабатываем, мы не программисты, мы пользователи. Да, мы не делаем, у нас нет никаких сервисов. У нас, я считаю, что как бы есть уже давно уже косяк сформированных сервисов, скажем так, и нового придумать что-то, ну, кардинального, очень сложно. Ну, что им заражено? Они скопировали уже существующих кучу сервисов, вот, по сути, нового ничего не добавили, и он пока еще сырой. То есть попробовали пользоваться, ну, есть недостатки, есть глюки. Зачем использовать глючный сервис, если есть живой нормальный сервис, там тот же самый Feedback Genius, который просто изначально рекламировал, например, тот же самый, например, SalesBacker, тот же самый Feedback 5, очень-очень много этих автореспондеров, там, которые, ну, крутые, классные, хорошие, как бы давно уже раскрученные. Вопрос в цене только. Ну, AmTheRush по цене... Они туда засунули абсолютно просто еще трекинг, да, позиции, вот и все. Трекер, ну, тоже, там же тоже очень много ограничений. Вот если взять, например, то же самое CashCow Pro, когда он был $29, там вообще не было лимита по ключам, но это просто находка. То есть можно было загнать туда там 5000 ключей, выбрать из них, которые трекаются более или менее, сортировать, закинуть там какой-то другой трекер. То есть, ну, преимуществ там нет на данный момент. Абсолютно. То есть, если бы они какую-то новую фишку предложили, тот же самый AmTheWall, там, Сова, это, но они как, у них какие-то фишки есть, хотя бы, по крайней мере, отличия. Слишком много, я бы сказал, например, слишком много. У них есть фишки какие-то, да, там, они чем-то отличаются от того же самого Smasher, например, там. Asin Inspector, у него тоже есть свои фишки. Кстати, например, тот же самый AmTheOne уже добавил, в принципе, поиск товаров. То есть ты можешь задавать те же самые параметры, как в AmTheScope, например. Он тебе будет подбирать там бестселлеров всяких разных категорий. То есть вот еще один. И то есть за те же самые деньги получаешь сразу несколько сервисов. Тебе не надо будет $100-200. И Merchant Board он убрал тоже, ты сам говорил. Да, еще и он еще добавил теперь. Раньше у него была проблема, ты когда подбор ключей осуществляешь, он тебе подбирал ключи, но не прописывал, какое количество запросов по ключу. И, соответственно, ты вслепую потом их вставлял, а когда уже трекал, тогда он показывал тебе именно в трекере, показывал, ну, как бы, смысл, тебе нужно изначально определиться, нужен тебе этот ключ или не нужен на этапе поиска. И теперь он добавил функцию, как Merchant Word, и ты при генерации ключей, он тебе выдает количество поисковых запросов. То есть уже ты, в принципе, можешь не пользоваться мерчантом, а за те же самые там $20 дополнительную функцию. Мерчант сейчас стоит, по-моему, $30 в месяц. То есть ты за 20 получаешь, мало того, что полноценный трекер Super URL, и плюс еще и функции мерчанта. Какой бы там кривой глючный не был, нету. На самом деле не ищите абсолютно точный инструмент, которому будет показывать количество ключевых запросов. Количество ключевых запросов есть только у Амазона. Амазон никогда не поделится. То есть это все синтетическими методами пытаются определить. То есть условно, приблизительно, то есть в рамках дозволенного. Это как вот отслеживание продаж. То есть если у клиента меньше 1000 единиц товара и нет ограничений, можно отслеживать продажу вручную, ну, либо при помощи сервиса. Если эти параметры там больше 1000 единиц, либо стоят лимиты, вы никаким сервисом не отследите его продаж. Вот и все. Будет все примерно. Ни по BSR, ни почему. Вот. Поэтому Amazon закрытая площадка, он никогда не делится никакой информацией, поэтому все приблизительно, все условно. Поэтому любой сервис, какой вы не используете, просто делайте погрешность, что да, он в принципе неплохой, но возможно он может ошибаться. То есть перепроверяйте. Вот. А искать какой-то грааль, что вы найдете какой-то сервис, который вам будет супер товары выдавать, там какие-то супер классные тактики, прям стратегии, супер письма будет вам рассылать, которые будут 100% отзывы конвертироваться. Таких инструментов нету. Нужен креатив, нужно как бы, это просто помощники. А основной инструмент — это ваша голова. Разберитесь. Думайте, развивайтесь, креативите, будете, скажем так, в топе. Нет, никакие сервисы не помогут. Ключевые клиентов, поймите, кто ваш непосредственный покупатель, то есть что ему надо писать в этих письмах. Опять же, что за товар является, что в этих письмах писать. Просто это... Так, вот здесь вот супер крутой вопрос, мне очень нравится, и все время мы на нем стоим. Это когда буст начинает читать у нового товара. Буст от чего? Буст от чего считается и сколько он по времени? Ну, по времени, я говорю, считаем 10-14 дней. А вот с чего считается, опять же, никто не знает. Это все предположительно. Даже у некоторых товаров больше, у некоторых меньше. И ситуация, вот я, например, считаю, что когда мы делаем листинг, вот мы его делаем тупой, простой, одна фото какая-нибудь левая и без ключей вообще, запускаем без кейворда, без всего.
когда мы все, товар пришел на Amazon, ну это я так делаю, еще раз говорю, когда товар пришел на Amazon, когда мы начинаем первые свои продажи, вот в тот момент я запускаю полностью листинг, запускаю полностью кейворды и все остальное, и запускаю свои раздачи. И тогда я как бы подстраховываюсь, потому что, опять же, я все это делаю вслепую, мне никто не скажет, нигде мануалов и гайдов нет. Когда, что, с какого момента считается. Просто я стараюсь не то, что обмануть Amazon, но как-то вот, вот такими условиями, это как фотографию, подписывать надо кейвордами или не надо. То есть, ну вот я вот так делаю. То есть, кто как... Ну, ты, Денис, что в этом отношении скажешь по этому бусту интересному? Потому что это действительно очень важно на старте. Я не знаю, я вот так это все только эмпирически. Просто, ну, замечал, что я, например, когда свой первый продукт выпускал, я получилась такая ситуация, что я уехал отдыхать на отдых. И, соответственно, я запустил раздачи, ну, как все как по стратегии. Запустил раздачи, начались... появляться отзывы, я ничего не делал, ни PPC не включал, никаких телодвижений не делал, и у меня сразу пошли продажи. И они начали увеличиваться, расти, и все, и я стал подниматься в органике. То есть без каких-либо телодвижений. Ну, у меня, конечно, среднеконкурентная ниша была, вот, возможно, если бы я был высококонкурентный, может быть, не так просто было, но вот факт налицо, то есть, в принципе, все срослось, и листинг, и тайтл, все, ну, у меня, в принципе, когда я запускал, у меня все было готово. То есть я заморочился, я задолго до того, как товар ко мне пришел, у меня уже все было готово. У меня еще к тому же был сайт сделан, и был сделан бренд-регистри, то есть как бы я все сделал перед запуском. И в принципе у меня товар подхватился вот так вот с нуля. Вот. Не скажу, что там супер-пупер продажи пошли какие-то сумасшедшие, да, как бы, но они пошли. То есть они из органики, без PC. Я ничего не делал, только раздачи. Причем раздача у меня была, может, 10-15 раздач поначалу. То есть я не заморачивался с отзывами. Ну и как, в принципе, показала практика, не прогадал. То есть не сильно и потерял потом. С этого рассылщика, мастера, вот у меня уже начали приходить отзывы. У меня уже там 2 отзыва уже было. 30 продаж. Не знаю, круто, не круто это, но неплохо, я считаю. Учитывая, что достаточно высокий процент открывания писем. Ну, посмотрим да. Еще раз. Сейчас, ну, львиная доля писем просто не разослалась еще, именно с просьбой оставить отзыв. Вот, посмотрим, что будет после того, как эти письма разошлются. Может быть, какая-то отрицательная сторона проявится. Сложно сказать. Ну, я только начал тестировать, еще пока месяц тестировал. Ну, в принципе, все, наверное. Я как бы все, что хотел, чем да, хотел поделиться. Да, пишите вопросы. Сказал. Здесь вот Максим. Прочитай, что он тут пишет. Если получилось оказаться на первой странице по ключам, продажи пошли, но нужно удержаться. Конкуренты могут продавать больше, но по общему количеству ключей и у них больше отзывов. Все же как новому листингу с менее чем 50 отзывов держаться. Ну, вот такая ситуация. У меня было много знакомых, когда я вот тоже... Ситуация бывает действительно такая, что мы выходим, буст, все дела, вылетели на первую страницу, на вторую страницу, где идут продажи. А вокруг нас все продают, например, 30 штук, а мы продаем 20. Естественно, буст заканчивается, мы начинаем падать. В этой ситуации, да, действительно, мы раньше это делали через купоны, компенсировали. Так, у нас тут... С интернетом беда, короче, я смотрю. Ну, продолжаем в любом случае. Интернет, есть интернет. То есть получается такая ситуация, что компенсировали раньше купоны. После того, как купоны закончились, начали компенсировать через SEO. Когда SEO начало заканчиваться, ну, то есть через раздачи, вот эти вот вещи, то есть через Сергея, вот, мы начали, естественно, пользоваться индусами. Но в любом случае стимулировать, Валентин по этому поводу говорил, во-первых, цена огромное значение имеет. Думайте, смотрите, планируйте, предлагайте. У нас как бы индусы выводят и держат. Вот, то есть если надо, можно абонентку платить. Но просто сами понимаете, индусы держат только одну позицию. И при бусте мы подвигаемся по всем позициям, особенно при искусственных вот этих продажах, раздачах, всем остальном. А при индусах мы только поднимаем одну. И когда он органику зацепит, да, потом постепенно идет. Компенсируйте эти продажи пей-пер-кликом. Надо компенсировать действительно. И на начальном этапе действительно очень часто происходит такая ситуация, что у нас просто-напросто происходит такая ситуация. Блин, интернет чертов.
Ну, в любом случае происходит проседание позиции. Вот, и за это мы это все компенсируем. Вот, что-то у нас с интернетом. Походу надо заканчивать, наверное. Я не знаю, что. Прямой эфир прерван, прямой. Что-то интернет у меня. Вы меня слышите, Денис? Нормально? Да, слышу. Но эфир, по-моему, отвалился, потому что не появляется ни комментарий. Да, он, я вижу. Ну, сейчас вот он то включился. Работает, то не работает. Да, что-то он моргает. Ну, вот такой интернет у нас. Ладно, в принципе, наверное, уже как бы мы... Ну да, давайте тогда подытожим. То, что хотели, обсудили. Да, то есть, в группе можно вопросы писать, в принципе, какие-то, если не осветили, то, в принципе, попытаемся... Давайте 5 минут, да, добивайте вопросы, то есть интернет отваливается, я на него смотрю, он что-то моргает. Ну, такая у нас жизнь. У меня интернет до 100 мегабит, и вот он, наверное, от 1 до 100 мегабит плавает. А, кстати, я еще забыл сказать, по поводу первой страницы. Большое значение имеет не только первая страница, а именно топ-5, топ-3, топ-1. Ну, топ-1, топ-3, конечно, это жесть, топ-5, но топ-10 имеет значение. Вот, я смотрел американцы там статистику, они пишут, что у них, 68% топ-3 продаж первой страницы, 80% первой страницы, 20%. Но это так относительно, потому что рюкзаки продавались на 15 страницах, чехлы продаются там, я не знаю, там на 20 страницах. Для айфонов. Из-за этого сложно сказать, хотя у меня знакомый, вон мы как раз этим занимались, начали раздавать чехлы для айфонов, и он не нашел ни одного человека, который хотел взять чехол для айфона, потому что он живет в Нью-Йорке, под Нью-Йорком, и ни у кого айфонов нет, у всех были Samsung. 15 человек знакомых его, которые делают нам отзывы. Так что такая относительная вещь, тут фиг его знает. Вот, ну, пишите вопросы, я смотрю, что-то у меня скайп еще отвалился, походу. Сейчас попробую со всеми созвониться. Вот, кто-то есть, кто-то нет. Вы здесь, Денис, Валентин? Да, я здесь. Дениска отвалился у нас, походу. Угу. Что-то я его не вижу. Добавить беседу, сейчас попробуем. Ну, говорю, вот интернет, что-то до этого у нас как бы нормально шло. Ну, что, бывает. Нет, можно закругляться, нет? Ну да, что, тебе добавить что-нибудь есть? Ну, нет, в принципе, мы все обсудили. Так, довольно-таки... Обращаться, значит... если какие-то, да, вопросы есть лично, то есть пишите без проблем. Здесь в комментариях я смотрю. Пишите мне в этот, как его звать, в личку. То есть я вас всех сведу с Денисом и с Валентином, если надо. Если не можете без меня, грубо говоря, найти. То есть проблем нет по поводу там Владимира, который занимается доставкой. Тоже как бы я смотрю скину. Главный вопрос, чтобы попасть на первую страницу, лучше запустить раздачи по полной стоимости или по промкоду. Промкод вообще отвалился. Его нет, не существует, вообще он нафиг не нужен. Это мертвая затея. И промкоды... Вы с промкодов, да, можете просто по супер-рулу динамическому просто продвинуться. Но отзывы вы сейчас уже не получите. Ну, я не знаю, у меня все отзывы по промкоду забрали. Плюс, если по промкоду у вас есть ограничения, то это хорошо. У меня ограничений, например, у многих учеников нет. Из-за этого они там делают. Я потому что, естественно, чужих товаров значительно больше продаю и на них ориентируюсь. То есть из-за этого я просто вообще вот с купонами я закончил, я столько товара раздавал. Вот у нас с Валентином мы запускали товар, я видел, запускал там 2500 товаров привезли. И нас обломили с этими купонами. Мы сейчас сидим. Тактика продвижения вообще с октября месяца поменялась кардинально. То есть просто такого количества, это в принципе и хорошо, нам столько раздавать не надо. И не забудьте по раздаче, по всем вот этим вещам посчитать по деньгам, сколько раньше нам отзывы приходило, все остальное. Там еле-еле они по супер-юрлу переходили. А сейчас тут Сергей делает и отзывы, и отзыв на продавца, и отзыв на покупателя, и отзыв для дропшиперов, и отзыв без выкупа товара. То есть люди, у которых есть $50, там покупок на Амазоне, мог спокойно отзыв написать, который можно закрыть негатив быстро. Там 5-10 отзывов закрыл и забыл, потому что на продажку потеряете гораздо больше. Вот, а самое главное, можно писать вопрос, можно проголосовать за любые свои там отзывы, которые хотели бы поднять. Вот, ну и сделать там негативный отзыв главным там, тоже поднять. То есть, ну, много. Ну, на Бананзе я ничего не продал, ставил с самого начала, там, Shopify,
Google Shopping, там, типа, они ротироваться будут. Ну, не знаю, я не дожил до этого счастливого момента. Вот, что еще, можно, главный вопрос, что попасть, так, понятно. Ну, первая страница, еще раз говорю, попадая на первую страницу, надо удержаться. Это то же самое, как с дропшиппингом. В дропшиппинге нет проблем продавать. Вы, когда учитесь дропшиппингу продавать, мне кажется, это не самое важное. Самое важное – научиться, чтобы вас не забанили. Вот это вот самое. Также в приват-лейбле это именно, действительно, подняться сейчас нет проблем. Это просто вот по щелчку пальца заплатил бабло я и поднялся на первую страницу. Вопрос – куда подняться и с чем подняться? То есть, куда это, какую ключевую фразу выбрать? Одну, две, три, я не знаю, какой бюджет. И, соответственно, с чем, то есть, как, насколько товар ваш готов. Без выкупа напряжения, это выкупа отзывы не для того, чтобы продвижение. Отзыв просто, он просто закроет негатив. А потом вы можете переписывать. Вот Владимир, вот вам пример. Он из 5 негативных отзывов, которые завалили, он полностью все 5 убрал. Вот пример, что с ними можно бороться. Я, например, не смог, он смог. То есть, ну это надо сколько времени потратить. Вот, а можно просто их засыпать положительными отзывами. А потом, естественно, просто отзыв с выкупом, во-первых, это, ну, просто долго, это очень долго. Ну, по следующей теме, наверное, я напишу голосование. Давайте, наверное, пропишем, проголосуем. Ну, чем опасен out of stock? Тем, что вы вылетите, потеряете позиции. То, что разговор, надо цену поднять, цену опустить, выйти с продажами. Ну, многие возвращаются нормально, если профессионально все делают, все четко делают. Опять же, пришел, стимулировал немножко продажи через того же Сергея или через тот же pay-per-click по точному соответствию или по фразовому соответствию. И многие возвращаются на место, но многие не возвращаются. У меня есть пример, люди ко мне обращались и спрашивали, вот у нас классно пошли продажи, потом мы в out of stock привезли, всего неделя простой, привезли товары, даже индусами вернули на позиции, и нет продаж. Было 30 продаж в среднем, стало 5. Может быть, уже сезонность, а может быть, не сезонность. Может быть, вполне возможно, что они просто пропустили. Они не трекали вот эти свои позиции, и они не туда продвинулись. Оказались не там. Как убрать негативный отзыв? Валентин, ты здесь? Да. Расскажи, ты специалист. Лучший просто в этом деле, я имею. Я думаю, вот как раз про негатив можешь рассказать хоть вкратце. Да мне просто повезло, там тупые конкуренты были просто, вот и все. Ну как ты это сделал людям конкретно, то есть конкретно, куда отправил письмо, на что упор сделал, вот и все. Ну, 3 из них пришли в один день, в один час, понимаешь, мне было сразу 3 легко увязать в один. То есть я тут же послал запрос, да, и сказал, что вот, пожалуйста, полюбуйтесь, 3 в один час, то есть даже там, я не знаю, разница в 5 минут пришли, поэтому мне легко было бороться, Amazon тут же их снес, да. С другими пришлось, то есть другие Amazon не хотел снимать, поэтому я написал письма этим ребятам, понимая, что они конкуренты, и надавил там на правила, ну я их просто испугал. Вот, надавил на правила Амазона, нечестная конкуренция, что если не будете снимать, то опять же я выслал все письма с левого аккаунта, типа это был Амазон, который предупреждает их о нарушениях. Вот и все, все очень просто, они сами снесли буквально через 5 минут. То есть я за 2 дня почистил 5 негативных отзывов. Вот и все. Ну мне повезло, это было просто. Ну не знаю, у меня тоже было просто, но мне его просто не убрали. Вот, из-за этого просто не просто, у меня негативных было мало. Вот, я боролся именно просто, я засыпал позитивными, меня как бы не концентрировался на негативе, а сделал собственное видео, попросил знакомого поставить мне 3 звезды, записал дома видео вообще, туда засунул, написал, товар вообще крутой, супер, вообще шикарный, но доставка Амазона подвела, и я ставлю 3 звезды. 3 звезды считаю негативным отзывом, я за нее проголосовал, и у меня... В лидерах показов всегда стоит вот те отзывы, которые мне нужны. Потому что мы очень сильно забываем, что в внутреннем листинге очень важно, это первая страница отзывов, очень важно. То есть помимо того, что фото это супер важно, цена супер важна, тайтл важно, особенно для SEO очень важно с кейвордами. Буллеты важно, если вы правильно акцентируете внимание, если вы просто перечислите, опять повторять будете размер, или там цвет, или еще что-нибудь. Это не важно, покупать не интересно. А если действительно есть какую-то, за что зацепиться, и человек будет интересен, то это важно.
Description, ну, я не знаю, кто читает это, если товар у вас не технический, какой-то прибор у вас там, не новинка, не новый чип или еще что-то там. То есть, действительно, сидишь там, целый гайд читаешь про какой-нибудь телефон там, еще какую-нибудь фигню. Вот, то это, в принципе, description вообще не принципиальная вещь. А вот отзывы на первой особенно странице и отзывы лидеры, которые самые главные негативные и самые главные позитивные, очень важны. И они должны быть и короткими, и длинными, и с фотографиями, и без видео, и без... Вот, то есть все должно быть. Сейчас мода пошла, что Amazon не пропускает длинные отзывы, не пропускает отзывы с фото, бывает с видео особенно. То есть они как-то очень ревностно к этому относятся. Тем более сейчас видео, функционал там под отзывами, видео еще все идут из наших отзывов. То есть тоже можно видос посмотреть. Так что по отзывам очень важная тема именно в листинге, чтобы первая страница по отзывам у вас была именно та, которая нужна. Именно про них проголосовать и их контролировать. Можно дублировать слова в тайтле. Да я и дублирую. Я говорю, я вначале сказал, три варианта. Это кейворды с повторением, без повторения. Повторением, то есть это фразовое повторение. То есть там, я не знаю, там любой товар, например, там прыгалка красная, прыгалка зеленая, прыгалка черная, прыгалка синяя, прыгалка... И так далее, и так далее. Я не пишу зеленый, красный, синий, а именно пишу вот именно фразы в соответствии. Можно запятые, можно без. Я делаю без запятых. Чтобы, во-первых, экономить на месте, ну, то есть, чтобы знаки лишние не ставить. Ну, и вроде как бы это все устраивает. Бывают ситуации, что товар не находится на Амазоне, и бывает, что приходится эту фразу выделять запятыми с обоих сторон, и она появляется. Бывают всякие моменты. Надо их пробивать осином, когда вы уже становитесь в Амазон. Потому что оси нам покажет, например, если мы забьем не те фразы, например, какой-нибудь там бренд забьем или еще что-нибудь. Осин частично, ну не на 100%, но во многом закроет все эти дела. Вот, то есть у меня есть видос, опять же говорю, на YouTube, там про осин я рассказывал. Если логотип нанесен на коробку, а не на сам товар, бренд зарегистрирует. Ну, по бренд-регистре там можно и нарисовать. В любом случае, по бренд-регистре это вот Валентин, в принципе, бренд-регистре занимается, помогает. То есть там, ну, это небольшая проблема. В фотошопе рисуется вообще все. Просто вопрос, что получит покупатель. То есть вы в бренд-регистре можете зарегистрировать, в принципе, левый какой-нибудь сайт там на WordPress. Вот, то есть там замутили, сделали, и ничего такого нет. Если там не можете это сделать, но обратитесь, я думаю, в группе напишите, там кто-нибудь вам поможет. То есть это стоит, там, я не знаю, от 100 там, до $300 в зависимости от потраченного времени. То есть что вы конкретно хотите. Но основная масса бренд-регистре делает именно одноразовые. И он помогает, вот, например, в частности, когда надо вот тайтлом, какие-то проблемы возникают с листингом, там, я не знаю, какому-то индусу, да, в голову взбрело вам изуродовать весь листинг, и вот тогда вы можете сослаться на свой сайт BrandTrigger, что надо сделать именно так. Онлайн-арбитражом не занимаемся, только на данный момент, конкретно мы вот все, кто здесь участвует, занимаемся приватлайбом. Вот. Я ничего против онлайн-арбитража, дропшиппинга не имею. Ничего против не имею, но просто это совершенно разные действия. Разный Amazon, разные всякие приблуды, разные приемы, разные программы. Вот. Невозможно хвататься за все. Я, кстати, на днях думаю, в ближайшее время по дропшиппингу тоже сделаю, то есть приглашу. Я стараюсь вообще все это прямые вот эти вещи, лайв именно для общения, и стараться действительно интересных людей привести, потому что невозможно одному говорить там. И опять же, они всегда добавят что-то новое, интересное расскажут. Лого можно сделать в фотошопе на товаре и упаковке. Что делать, если остаток товара без лого, а бренд зарегистрирован? Ну, тут как повезет, опять же, ничего нельзя сделать. Если у вас, в принципе, фотография не соответствует товару в упаковке, или вообще американец может получить, ну или кто там, покупатель, и он покупал одну вещь, а придет другая, может быть проблема. Да, бывает, кто-то в Out of Stock выбивает товар и довозит, но это попасть очень сложно. Ну, вообще это геморройная ситуация. То есть проще списать в утиль, грубо говоря, остатки товара и завести новый. Вот. Но тут уже опять каждый действует по-своему. Бывает прокатит, бывает не прокатит. Там the one, вы говорили про промокод, там the one, можно получить. I'm the one. Да, я здесь ссылку скину, потому что на данный момент, короче, скину ссылку, сейчас у меня ее нет, мы как раз переговор вот начали,
потому что я выбирал программы, потому что очень много ситуаций. То есть я на данный момент вижу самые важные три программы. И вот насчет того, вот обучения, там, не обучения и всего остального. Я знаю точно, что точно есть люди, которые через программными способами, например, находят товары. То есть по определенным критериям, у меня есть критерии, которым я выбираю товары, а программы их находят. Я на данный момент, мы общаемся там, ищем программистов, которые нам будут как бы делать функционал. То есть я с разными людьми общаюсь, вот, если кто-то вот есть знакомые, можно тоже пообщаться. Потому что те программисты, которые мне делали, куда-то пропали. Вот, вот такая ситуация получилась неприятная, но что делать? То есть, получается, существует три для меня самых важных программ. Это поиск товара, автоматизация, то есть у меня есть Jungle Scout, я через него, он мне помогает как бы искать. Вот он вот так выглядит, называется junglescout.com, короче, ну вот адрес его, Jungle Scout он пользуюсь. Вот, но можно сделать по определенным критериям, то есть, чтобы он искал меньше рутинной работы. Второе – это анализ. Анализ – это трекинг позиции, это супер URL туда заходит, это фидбэк, вот эти все почты и все остальное. Вот, еще в идеале это выдергивать ключи, как Keyword Inspector у конкурентов. То есть, это вот, вот этот блок тоже очень интересный. Третий блок – это у нас продвижение индусское. Но вот сколько людей сделали, еще раз говорю, все эти программы, пиарили, не пиарили, все по-разному. Кто-то чисто для себя сделал, кто-то именно с целью продавать эти услуги. Я не знаю, результат у них далеко не у всех замечательный. И по себестоимости почему-то получается дороже. То есть пока индусы как бы в конкурентной борьбе выигрывают, индусами мы называем просто так, они были вроде первыми, и мы их так называем. А кто там это делает, русскоязычные, белорусы, украинцы, наши, мне в принципе без разницы. Вот, мы общаемся на английском, но, сами понимаете, люди могут быть разными. По Амзывану я, значит, ссылку скину специально, то есть сейчас с ними как раз переговоры веду, вот, посмотрим, что они нам... Ну, они уже предложение как бы сделали, то есть все нормально, они также заинтересованы, у нас большое сообщество, и надо этим зарабатывать. То есть пионер мы получили с 25 уже на 50, и можно, я уже говорю, что обращайтесь ко мне, у кого большие обороты, больше 10 тысяч, получить еще преференции. Вот сейчас Амзыван. Сейчас и другие вот фидбэки. То есть на данный момент, так как программиста пока нет, я перестраиваюсь, то есть иду именно к тем лучшим, опять же, лучшим, на мой взгляд, программам, которые существуют, и предлагаю партнерки, все идут, естественно, навстречу, всех это всех интересует, тем более, если они же по-русски там не бэ, не мэ особо, то есть им куда-сюда залазить, а когда к ним предлагаются, они, естественно, с удовольствием воспринимают. Так что напишите, какие там, может, еще программы надо, можно еще переговоры провести. Всю жизнь переговорами этим занимался, никаких проблем в этом нет. Просто бывает непонятно, куда лезть. Ну вот, то есть мы сейчас по фидбэкам с Денисом вот как раз занимаемся и Амзыва. Для аналитики очень важно. Даже если они мне дадут там на халяву им пользоваться для моего обучения, там, для наших там людей, кто будет в рефералки приходить, какие-то будут преференции, я считаю, это уже круто. Хеликс. А Хеликс что такое? Саш, скинь мне, что за Хеликс? Хелиум 10 ты имеешь в виду? Ну, короче, в любом случае, скиньте программы, которые надо. Я просто не пойму, что за Хеликс. Мне ссылку скинь просто на программу конкретную. Тогда можно будет по ней поработать. Вот, то есть на данный момент, то есть мне сейчас, я не знаю, у нас, где эта программа, Амзыскоп, по поиску я пользуюсь Амзыскопом, никаких нет, ни реферальских, никаких, сколько раз общались, вот, и я по поиску не знаю ни одну программу, которая меня бы на 100% устроила. Из-за этого я не могу посоветовать никакую, я пользуюсь разными. Вот, но Амзыскоп неплохой, нормальная программа. Стоит она эти $50, не стоит? Я, честно могу сказать, не знаю. Вот, мы, когда единственное, мне будете скидывать вот эти программы, вы мне напишите, чем они занимаются, потому что я все разобрать не смогу. Ну, то есть... Какой у них там функционал, я имею в виду? То есть, что вас в первую очередь интересует? Ну, по вихрю.
У меня есть очень такое мнение, ну, мне, в принципе, по вот этой всей истории, по всем сервисам достаточно такое уже давно сформированное мнение. Ну, что такое вихрь? Что было у нас раньше? Было раньше, рассказывали, как на... Я ни разу не видел, я со слов говорю, я не смотрю. Не смотрю вебинары, мне, в принципе, неинтересно, к сожалению. Времена те прошли просто, когда не было ничего, никакой информации, мы ломились в разные места. Мы та же самая альтернатива, то есть тоже альтернативное мнение предлагаем. Я те вебинары не посещаю. По поводу, мне рассказывали раньше, когда была презентация продвижения, это была программа, это было супер, это была жара просто, это было вообще великолепно. Но, сами видите, поработали они, я этим занимаюсь раза в два дольше, наверное, вот, продвижением этим всем. Мы это вообще не рекламируем, потому что мы это делаем для себя, для своих учеников, для себя, для там, знакомых. Не более того, мы этим не зарабатываем. Здесь люди хотят заработать, они сделали программу. Хорошую, плохую, я не знаю, не пользовался, не собираюсь. Я единственное слышал, когда мне по этой программе люди обращались, они говорят, да там, я говорю, там же от 50 до 300 долларов, и все будет круто. Они говорят, а потом мы даем там каким-то девочкам, они говорят, нет, 300 не получится, надо дороже платить. Ну, это вот одна вещь. Вот, во-вторых, вы общаетесь со мной, и я за это отвечаю. Вот, и попробуйте предъявите там. Ну, это касается любой такой организации с прослойками людей левых. Вот, а самое главное то, что два месяца всего поработали, и уже новые изменения, знаете, как это как в хайпах. Если в хайпе начинаются какие-то улучшения, значит, все, ему кирдык. То есть вот и здесь та же самая история. Ну, как что такое 68%? Я что-то смотрю, какая-то таблица, это 30 слов, будут что-то какие-то 68%, первый заход, потом что-то. Я сильно не разбирался, но как я понимаю, если вы работаете, и вы не успели поработать немножко, начинаете что-то улучшать, значит, то не получилось точно. Ну, как все, в принципе, понятно, мы выводим, например, почти 100%. Ну, несколько у нас были, тоже не получалось. Но если, например, подключить серого, мы выведем почти все. Вот. Здесь людей явно не получалось, им приходилось возвращать деньги, они думали, сидели, как же кручу-верчу, запутаться хочу. Ну вот, видимо, 68% как раз этим и занимаются. То есть, когда... Что такое 68%? Ну, у вас высокочастотников все равно будет от этих всех ключей, там же, наверное, в количественном соотношении будет считаться, а не в продажах или еще в чем-то. Ну, то есть, 10 слов, один из них высокочастотник, один средний, там, 3 среднечастотник и низкочастотник, и все. Вот вам 7 низкочастотников и вы. Вот и вся система. Просто люди не могут вывести, я делаю вывод, не могут вывести с высоким КПД. Вот и все. И 30-60 они там, ё-моё, ключей будут выводить, как раньше. Мне недавно предлагали 40 или 60 ключей за 1500 долларов выводить и поддерживать. Но это тоже несерьезно. Ну, бывает востребованное предложение, бывает нет. Вот это предложение, это как раз показатель абсолютной слабости для меня лично. Просто если ты взялся, бери да делай. Не получилось, верни деньги ему. А когда начинается вот это, мы вам еще лучше сделаем, еще лучше. Ну, выводить то все 100%. Вот 30 слов взяли, все 30 и выводить. Ну, вот мое личное такое мнение. Но это, я говорю, это касается отзывов, та же самая история. Не связывайтесь вообще, вас просто там забанят и все. Серый, через него все проходит. Никто не знает, какие товары, что как. А тут, ё-моё, там, блин, там просто жесткий инсайт идет, если я все товары ваши знаю, кто сейчас раздается через этот самый, через вот эту вот организацию. Ну как, ё-моё, я вообще левый человек. Потому что там берут всех подряд, потому что набрать людей на отзывы, это просто, ну я не знаю, очень сложно. Американцы не любят вообще это делать. Вот, на Украине и везде это геморройно, нам вести дорого, невыгодно. То есть это надо людей просить. А в основном кто идет? И мы в основном кого берем? Не тех людей, которые продажами здесь занимаются. А именно исключительно тех людей, которые там живут, которые что-то там знакомы, родственники продавцов там и так далее, которые хотят когда-нибудь торговать. То есть мы берем, которые не палятся, не работайте с теми людьми, которые десятки, сотни там отзывов эти фигачат, я не знаю, там деньги они зарабатывают этим, или товары им нужны, или еще что-то. Вот, и за это мы с Сергеем уберем, больше не будет никаких предложений, я могу, я не могу. Можешь, обращайся к Сергею. Хочешь отзыв получить, обращайся к Сергею. Если дорого, я еще раз говорю, я не считаю это дорого. Вот, эта группа создавалась для помощи, да. Я и считаю это помощью, потому что при 50% затратах раньше это все равно выгоднее намного и геморрой меньше.
и он на себя все это берет. Но я не хочу палиться в плане того, что мне в эту группу придут там с Amazon ее мои, запалят там кучу народу, которые этого не понимают и постоянно этим занимаются. Плюс такие вот красавцы тоже приходят и раскидывают всем анкеты ее, чтобы нашу работу просто убить, да и все. Ну, я тоже в этом смысла не вижу. А каждый может думать, считаясь по-своему. Так, привет, если на товаре есть китайский патент, но немец, на немецком Амазоне много разных продавцов. Стоит брать за такой товар. Я не знаю, вот с этими патентами вообще геморрой, потому что патенты относятся к разным странам по-разному. То есть в одной стране он может быть запатентован, а в другой может спокойно торговать. Из-за этого тут очень все жесткое. Селекс. Ну, потом поговорим, Саш, по поводу селексов и всего. Потому что программ очень много, просто башню рвет от них. Так, по вихрю я сказал. Ну, Helium 10, да, все понятно. По Helium 10. Ну, Helium 10 все пользуются, в принципе, достаточно бесплатно функционала. А платным я даже, честно могу сказать, ни с одним человеком не разговаривал, кто платно покупал. Если у кого-то есть там действительно какие-то такие супер вещи, расскажите. Есть за что биться. Потому что я говорю, я этим, в принципе, сильно не пользуюсь. Я пользуюсь там мерчинвордом, пользуюсь треками, то есть треками позиции пользуемся для поиска там амзеваном, там каким, ну не этим, как их звать, смешером там и так далее. То есть по минимуму. Я не сижу там на миллионы программ там и все это делаю. А если уж делать, то надо своих программистов, которые будут реально по запросам пилить вот эти программы. Так. Кейворда все подряд писать, что висели от Эдвардс или выбирать. Не понимаю. Я просто это самое. Кто что там недопонял, видео пересмотрите, все будет в записи. Я думаю, никаких там проблем не будет. Лишний раз послушать и очень часто что-то новое можно выслушать. В принципе, люди старались. Мы стараемся ничего не записывать, ни к чему не готовиться, потому что им рассказывать то, что мы знаем. Вот, сидеть, вот это что там выдумывать, вот эти вебинары, мы здесь не для этого как бы собираемся, а для общения. Вот, я думаю, в принципе, на сегодня все, и так уже рекорд, 2 с лишним часа, это называется формат лайт, называется, у меня уже сил нет. Вот, я думаю, так, вопрос, цена при раздаче, какую лучше установить? Ну, я раздачей не занимаюсь, из-за этого я цену. А если через Сергея, ну, пообщайтесь с ним. Если вы хотите меньше бить в товар, вы же как делаете? Он берет как цену товара плюс $6 с каждого товара, плюс 6% с общей стоимости. То есть, если товар $10 плюс $6, это 16, и плюс 16 и 6%. Если вы раздаете, ему даете бюджет на 10 товаров, на 50 товаров, соответственно, получается... Вы вот этот бюджет и тратите. Вам возвращается полностью стоимость товара, естественно, за минусом фи. Вот, то есть из-за этого вы можете просто на фи сэкономить. Но если вы даже будете цену опускать на старте, в любом случае демпингуйте. И может зацепите именно органики, то есть органической продажи. Я и всегда демпингую. То есть просто не каждый товар, там есть ограничения по минимальной сумме. Вот, не каждый товар так можно сделать. Особенно для дорогого надо химичить, конечно. Вот, потому что фи там глобально. Но не надо вот это вот, сейчас я вот цену опущу, ты вот купи, я сразу ее подниму. Это стрёмно. Это очень подозрительно. То есть, если уж вы хотите там вот эти 20 раздач сделать, ну, поставьте вы на неделю минимальную цену. И как Владимир говорил, именно так оно и есть, что... На низкой цене это выгоднее, чем через pay-per-click, через что-то другое давай. Ну, в принципе, все, я думаю. Всем удачи, всем пока. Надеюсь, какая-то польза есть от этих действий. Вот, ну а там дальше будем что-нибудь новое придумывать. А голосование? Да, помогаем. Это не обучение, я не считаю вообще здесь обучением. Консультациями занимаемся. Я, наверное, отдельный этот самый лайв сделаю. У нас там есть... этот, как его звать, есть предложение по поводу обучения. Такое нестандартное вообще, такого нигде предложения нет. Ну, просто прикольно. Если будет интересно, востребовано, можно это замутить. Вот, я это сделаю, наверное, там завтра или послезавтра напишу отдельно. Так у нас лайвы вот эти идут
понедельник, четверг. Ну, может, к среде, может, что-нибудь запилим. Интересное. Просто расскажу планы. Вот. Просто если есть вопросы, ну, расскажем. В любом случае. Индивидуальные консультации мы в любом случае проводим. Так что. Ну ладно, это не цель. Кому надо, всегда и в личку могут обратиться, это не проблема. В принципе, все. Всем удачи, всем пока. Спасибо, что у нас в этот раз уже там за сотню завалило. Может, когда-нибудь до 1000 дошкрябаем. Всем пока.